Давайте вернемся Угу. к тому, что вообще было на прошлой неделе. Так. Желающие пересказать есть? Это была заявочка. Все хорошие броски перед дракой. Отлично, отлично. Да. Это по-нашему. Так, Как хорошо, обидно выбросить эту тогда. тур-двадцатку в самом начале. Ну, слушай, может это, может еще будут, все Ну нормально. да, все возможно, все возможно. Ну тогда да, Хельм или Кварион, кому как удобней. Рассказывайте, что Хельмариллион. было в прошлый раз. Да, Хельмарион. Хельмариллион. В прошлый раз мы начали с того, что, осмотрев последствия рукотворной бомбы Рузурмана, убедили, что она оказалась довольно действенной. Были уничтожены как минимум волк и один из недругов. В итоге одного мы технично умудрились запинать под раночка сквозь решетку, прямо не открывая. Второму сначала повезло немного больше, после чего его удача закончилась. Да, после чего то ли Шава, то ли Ор попытались вскрыть замок из комнаты, чем стригерили ловушку. Это была Шава. Благо из живых противников оставался только один нетронутый вурдалак, который довольно оперативно отправился на тот свет и обрел наконец покой. После чего, пройдя немного по коридорам, мы встретили в одной комнате еще таких троих, упокоили их, пробрались в покои, судя по всему, самой Стремиры, немного их осмотрели, увидели в тех же покоях странную большую черную дверь, за которой какое-то говно явно происходит, судя по обнаружению магии. Да, за которой явно происходит нечто непонятное, странное, но нам довольно интересное. И, собственно, облутав комнату, мы остановились именно на этом моменте. Ты забыл еще про шикарный момент с кладовкой. Да, так, конечно. Как я мог забыть о замечательном моменте разграбления кладовки, когда Рузурман набрал себе зачем-то еще пачку... Два рациона. Да, два рациона. Немного поиздевался над Шавой, сделав паштет на вид как тортик. Что Шаве не очень понравилось. Мягко говоря. Так, ну да, в целом вроде как все. Как я там говорил уже, я предметы, которые вы нашли, описал. В принципе, Кварион, если надо будет, я смогу еще маленький закинуть. Вопросик еще. Да. Реджи, да. Тебе насколько нужно знать содержание предыдущих серий? Я хуй пойми, что вы делаете. Ну, походу, вы пришли убивать стремнину. Да, ну, да. Именно ну, да. Если что, потом могу тебе дать ссылки на прошлые игры. Ага, вот это будет да, да, потому что тех ребят, что... Все в своем репертуаре, все хорошо. Кратенько, тех ребят, что мы охреначили в цирке, когда ты еще был, мы допросили с пристрастием, ну, точнее, единственного выжившего, он нам все заложил, мы уже там собрались на штурм. Из тех, кто не выжил, я еще успел сварить мыло. Это к разговору о бомбе. В дирижабле. Да. В общем, и мы уже тут немножечко месим. Твои ячейки нетронутые должны быть. Да, единственное, я позволил за тебя один раз попасть, минус по-моему. 5. Что? По-моему, ты позволил себе пару раз попасть. 5 плюс 10. Да, попасть получилось с минус 5 плюс 10 и воспользоваться твоим замечательным умением сначала одного завалить, а потом в этот же ход еще раз попасть. Это такая редкость, что можно отпраздновать. Это да, это был маленький праздник, потому что в целом, будешь смеяться, но очень долго ребята находились в одной комнате в прошлый раз. Больше чем. Это норма. Да.
Хорошо, так. Он просто нео был, все нормально. Вопрос, этот, наложение рук, это кто-то использовал, или оно просто мы его не восполнили с последнего раза? Я думаю, не восполнено с последнего раза, за прошлую игру я точно не пользовался. Не было такого. А отдых у тебя был. Все, врубаю туда на полную. Да. Надо было тратить ячейки. Ну, я хотел поэкономить. Раз уж такой расклад. На стремнину пойдет, значит. Ну вот. Ну да, как будто ты там лишь... просто зайдет, убьет. Сейчас просто зайдет, Реджи всех убьет, и мы такие, ну заебись. Ну а почему бы и нет? Да, на всякий случай, я всем объявлял, что очень хочу ее голову, целиковую. Тут уже выбирайте. Это уже как получится. Не, ну... Я это упомянул, а вот дальше уже... с ней плотно пообщаться, и я дико сомневаюсь, что после твоего эксперимента с иллюзией у Шавы будет хорошее настроение. А Шава не в курсе. Шава не в курсе, что это был мой эксперимент. Шава, кстати, да, так и не в курсе. Хуйня это была. Вообще, она после иллюзии в плохом настроении, наверное, не знаю, и потому как получится. Она еще в плохом настроении, потому что блевала после этого. О, да, и парализована была, и блевала, и все, что только с ней не было. Все было хорошо. Жалко, что не блевак. Да-да. Короче, насколько я помню, серия закончилась тем, что Шава постучала в дверь, не помню, потянул или открыл, или пнул от себя с криком «А вот и Джонни!» Да, на этом Джонни как был. Раз, на этом как раз действительно закончили. Дверь открывается, в этот момент вы слышите голос стремнины, который говорит «Ага». Ну, наконец-то вы здесь. И вашему вниманию предоставляется огромный зал, который... Сейчас, секунду. Ух ты ж, блин, как они тут все сделали прикольненько. А в котором вас встречает Стремнина. Вы видите, что она вас явно ждала. Она явно... Слышала, если не первую ловушку, на которую вы напали, то вторую точно. И она явно... Взрывчатка тоже была слышна. Взрывчатку, скорее всего, тоже было слышно. Она смотрит на вас, вы видите, что... Я попрошу, кстати, во-первых, ну, внизу там, да, вы видите дверь, можете... Я разрешу, в принципе... А, ну хотя... Получается, в первую очередь должна быть Шава, потому что она открывала дверь. Но я скажу, что вам не обязательно уже сейчас находиться внутри зала. Вы его видите. Mm-hmm. Просто я так его разделил. Неудобно было добавлять в одну большую карту. Какая высота здесь? А здесь выше. Я скажу, что конкретно этот зал, он повыше, чем все остальные комнаты подземелья. Здесь будет, ну я скажу, где-то 13-15 футов. Вот. Мне интересно, где здесь вентиляция для таких жаровин? Это магическая вентиляция. Вентиляция осуществляется через естественные зазоры в стенах помещения. А, ну как вот. На Запорожце. Хорошо. Хорош. Ну, Запорожец это Запорожец. Так, я не вижу токен Оры. Я думал, последним его закинуть. Он последним заходит. И какой-то паучок... Скукожился он как-то. Маленький. Да. Да, Иван, я сейчас его увеличу, все нормально. Давай, раскукошь его. Просто добавь воды, называется. Все нормально. Паук инвайт. Все, паучок снова нормальный. Она видит вас, она абсолютно спокойно реагирует. Но я скажу, когда она видит Рузу, ты как все эти вещи, которые ты спрятал, я помню, что ты надел перчатки вроде как. Нет, сразу. Нет? Не, а зачем они? Они мне вряд ли сейчас пригодятся, я поэтому все это типа в лут просто выкинул. Угу. Тогда ладно, тогда она не видит ничего, что ты у нее взял. Угу. Она смотрит. Я забыл. А, все, да, вспомнил. Она смотрит сначала непонимающе на паука, но потом она вспоминает и говорит, что Филборг пришел за своим племенем? А, точно, ты же сейчас говорить не можешь. Она вспоминает. Говорит, ну, здесь ты их не найдешь. И ничего ты больше здесь не найдешь. Зачем вы сюда приперлись?
Паук недовольно припит еще опять жвалами. А вот это вот зеленое, это часом не какой-то там яд, тут просто не было описания. Или это просто там надоблевано? Описания нету, я могу тебе сказать, что ты, ну, ты можешь, я разрешу сделать бросок сейчас. Ну там мы еще не бросали ни инициативу, ничего. Я скажу, что это на, блин, наверное, все-таки на восприятие. Любым персонажем своим? Можешь, да, можешь Ором, можешь Шавой, каким хочешь. Я гляну, у кого что, восприятию. У, 23. А, ну, на 23 я скажу, что ты четко видишь, что эта дрянь какая-то очень странная, причем исходит от алтаря и от вот этой большой статуи, которая за ним находится. И не очень тебе хочется близко к ней подходить. А это просто на земле лежит или это такой дымок? Это такой, как, знаешь, как сухой лед, то есть оно распласталось, то есть оно на уровне груди, я скажу, плюс-минус, не висит в воздухе, оно слишком тяжелое, чтобы везде быть, как там пыль или еще какой-то газ, но оно достаточно близко к твоему носу, если ты не в воздухе, я так объясню. Ну, это смотрел, так как это смотрел Ор, ну да. Он говорит, что типа... Это какая-то дрянь, мне не нравится. И просто на месте взмывает под потолок. Ну, максимально под верх. Хорошо. Просто висит. Хорошо, договорились. Если можно, пояснительную бригаду имеется в виду. Вот этот вот туман? Да, зеленая дымка. Ага. Зеленая дымка. Понял. Вопрос? Но... Да-да. Ор помнит, что у него есть вот этот кинжал, который блокирует магию. И он знает, что он делает или нет? Он на него не настраивался, так что там может быть Он знает, что этот кинжал блокирует магию. Я помню, что при нем это происходило уже не раз, поэтому я скажу, что все-таки Ор, ну, допер еще тогда, там, первые случаи, когда это происходило, что конкретно он делает. Окей, вопрос нет. Продолжаем. Ну, то есть это не то, что там тебе нужно прям пробросить на магию, понять, какая механика. Ты просто видел, что да, если рядом кинжал, то в него входит заклинание. Ора, помнится, полечить пытали. Ор только в этот момент был то ли без сознания, я не помню, он был в сознании или нет, но был в паутине, как минимум, тогда. Это был бой с дроу. Я тогда это дело озвучивал, но я не помню, был ли в сознании Ор в этот момент. Или он стабилизировался тогда. Кажется, еще был. Кажется, еще был в сознании, поэтому я скажу, что... Умер Ор не сразу, ну, в смысле, отъехавший. Так, ладно, давайте так, на ее вопрос кто-то будет еще отвечать, потому что Ор пока просто сказал, что ему не нравится дымка и взлетел. Да, а что там отвечать, как бы, с учетом нашей разношерстной пати, как бы, обсуждать с той, кто хочет нас всех поуничтожать, по-моему, особо нечего, да? То есть вы как бы ничего толком не говорите, там, принимаете, допустим, боевую стойку? Ну, вот это так понятно, что мы по ее душу пришли. Хорошо. Капитан, очевидность. Ну, так мы в вооружении заломились к ней в логово, еще и грохот устроили. Угробили несколько ее питомцев, да. Но... Кстати, она не выглядит сильно раздраженной, так что вряд ли это сильно... Да я, судя по той хрени, что я здесь вижу, как бы, в вурдалаке для нее это так, закуска. Ну да. Нет, пешки. А я могу просто по приколу начать этот кардебалет со злой насмешки? Да, я разрешу. Никогда. Она задала вопрос, а в ответ ты начинаешь кастовать заклинание. Я скажу, что это первое действие, которое происходит, и после этого мы бросаем инициативу. Ну, то есть я... Ну, Кэт, что ты говоришь, да? Слышь, ты Штрибан, ты откуда тут такая взялась? Нахер ты тут все это замутила? Я тебе сейчас просто патлы вырву. И чтоб ты такая страшная, в принципе, никому нахер не нужна была. Гоняет она за кровью, телами и прочей херотой. Not bad, not bad. Ага, осталось спас-бросочек. Сейчас я просто я сейчас смотрел по инициативе, убирал лишние токены. Сейчас. Декс, поехали. С
спас бросок. Там мудрости, да? Угу. Да, мудрости. Да, там написано. Да, я пересмотрел. Не, промахивается, поэтому. Ну, то есть она не добрасывает, в нее попадают. Все, отлично. Первая что, атака есть, хорошо. Она даже не будет контрспелить. Она не будет контрспелить. Она не ожидала, это же был вопрос, и просто в ответ получи по голове. Да, в данном случае я считаю, что логично, что она не... Оскорбилась до глубины души. Да. Все, такс. А, пожалуйста, все бросайте инициативу. Угу. Так. Еще надо добавить этих всех ребят. Ой, ёлка, я сейчас бросаю за полчаса, получается. Реджи? Ну, у нас и хорошо. Реджи спешит, ему не терпится. Рад, что ты с нами. Так что никто инициативу не бросал. А что у меня инициатива 9.0? А у него потому что ловкость 8, и он ее это дописал. Ты включил таки эту штуку, по крайней мере, для монстра. Значит, уже включил, да. Ну, я же говорю, оно тут как-то так работало странно. Я вроде всем включал. Ну... 12, хорошо. Так... Если что, я там за паука бросил ловкость вместо инициативы. Перебросить или... А, вместо паука... Да не, я думаю... Не, подожди, еще раз. Что ты бросил вместо инициативы? Проверку ловкости. А, да, лучше брось инициативу на всякий случай. Сейчас тогда, мисс Кузя. Да. Что-то все как-то не очень бросили, так что все нормально. И еще наш замечательный спектр. Оп, что полбу. Девяточка. Нормально. Много девяток. Аур еще может успеть спросить в этот момент? А что это за здоровая херати-то? Я думаю, может. Это ты имеешь в виду Бихолдера? Я под большую красную фигню в центре. Ну да. Это, ну, ты хочешь, смотри, ты хочешь сам определить или спросить? Я, ну, если я могу определить, попытаться, во-первых, и спросить еще вслух, что это за херня, и типа такой пытаюсь вспомнить, условно, знаешь, комментарий к действию. Смотри, я разрешу тебе бросить, блин, но это точно не на природу, это именно на... Магия, наверное. Нет, тут магия скорее, да. Это точно на магию. Можешь бросить на магию, ну, ответить тебе смогут уже на твоем, на чужом ходу. Нет, ты понятия не имеешь. Что-то очень стрёмное, воняет, и тебе не нравится. Это все, что ты знаешь. В ответ на твой вопрос я прикрикиваю. Это что случается, когда эта коза в зеркало смотрится? Кажется, она съела буррито. Отлично. Да. Почему так, Хельм? Вообще такая фраза могла бы сойти за злую насмешку, если бы я был бардом. Да, я тоже. Варион 9. Ловкость в плюс 3, поэтому он после Розурмана будет. Да, я сейчас просто поправляю, оно может быть наконец-то правильно отсортирует само. Да, вот. Вроде так. Сейчас я еще проверяю. Ор, а ты инициативу бросал? Да. 19 или 20, я не помню. А, вот 14 вижу. А, перепутал, пишку. Ничего, это просто, оно не обновляется, мне надо еще обновить у всех. Шава 15, Драгорец 20, все. И Реджи, увы, 0. Да все нормально. Так, а что я вижу только четверых? Я тоже. Троих. Я троих вижу. Троих? Я вижу только одного уже. Странно. Я вижу только противника. Троих. Да. Угу. Да. Троих противников. Так, ладно. Ну, с этим разберемся еще. Может, просто что-то оно в turn order нормально не показывает. Главное, что у меня тут сейчас оно нормально видно. Так. Дракорд, ты видишь, ты все еще... Тут хоть и довольно ярко, но все равно ты еще в уютном подземелье. Ты чувствуешь... что земля над тобой, под тобой, по всем сторонам, это очень приятно. А какие твои действия? Ты видишь Стримиру, ты видишь двух спектров таких же, с которыми вы уже сражались. И я видишь... такое существо, как этот Бихолдер. Сам, как игрок, могу знать, как думаешь?
Смотри, я скажу, это обычно тоже разрешается. За, ну, сейчас ты можешь бонусным действием определить, что это за тварь. Но попытаюсь, поскольку хочешь. Спектров мы видели, а вот эта здоровая висящая башка, да, стрёмная. Да, да, да. Во-первых, она явно, ну, мне кажется, не совсем живая. Угу. А ну, видоку. Это не бихолдер. Так, и как мне это... Я не буду это гейнить. Точно так же можешь тоже кинуть на магию. Я скажу уже сейчас, что сложность для тебя будет... Ну, все хорошо. Да, пробрасывает. Смотри, ты... Я скажу, что ты просто об этих тварях слышал, возможно, во время обучения, возможно, кто-то из твоих соратников там по охотам тебе рассказывал, что это действительно бихолдер, но это не обычный здоровый бихолдер, это буквально зомби-бихолдер. То есть это бихолдер умер, бихолдера воскресили, и теперь он вот так вот шатается. А конкретно в чем разница? Зомби-бихолдер чуть-чуть слабее, не намного, но слабее. Это первое. Он, у него нету всех тех способностей, которые есть у здорового бихолдера, но при этом у него есть определенные преимущества, которые есть у восставших из мертвых живых мертвецов. Он тоже как зомби, ему не нужно воздух, еда, вода, сон. То есть он просто вот висит и радуется. И второе, это то, что как и... Ну, я на 23 я это тоже... Ой, на 18 я это скажу, что... у него есть те же иммунитеты и эти. А, ну да, только иммунитеты. У него иммунитет к яду, и у него к урону ядовитому, и у него иммунитет к состоянию ядовитый, и его нельзя повалить на землю. Проун, я забываю, как это по-русски они называют. А прокинуть. Короче, не упал. Да, упасть он не может. Вот. Это хрень здоровая посредине, а похуже всех остальных, что мы видели. Мои сородичи с такими сражались, только вот это уже мертво давно. То, что позади нее, по-моему, похуже будет. Мне не нравится эта линейка. Докуда достает? Ну, слушай. Ну, опять... Я намек понял, что надо драпать из 60 этого радиуса. Миша, а такая линейка нравится? Такая вот, такая вообще. Мне очень нравится, скажу честно. Она просто такая классная. Так, хорошо. Это выглядит как прицел. Так, ладно. Да, Драгорц, то есть ты это говоришь, ты определяешь, у тебя еще есть действие, если хочешь, и у тебя есть движение. То есть ты еще можешь предпринять, скажи, что бы ты хотел сделать. Ну, я как... Первым делом атакую эту абразину арбалетом. Хорошо, бросай. Атаку арбалет. Ты достаточно близко, ты можешь... Ой! Не-не, к сожалению, ты целишься, ты стреляешь, но болт проходит мимо. Стрелу не забудь отнять. Я иногда забываю. Что? Стрелы. Я Драку говорю, что он стрелы считать не забывал. Да, да, болты надо считать. Хорошо, у тебя еще есть возможность совершить движение и все, потому что, да, бонусным действием ты определил, что мне это не хочется к ним подходить. Пока! Справедливо. Справедливо. Он вообще за дверью может стоять по логике. Формально, да, как я и говорил, то есть вы вот так в двери, я скажу, что вы, ну, плюс-минус за порогом, но возле двери. Учитывая, что когда заходила Штава, там вы уже потихоньку все... Просто, ну как, я, например, стоял позади, и я еще изначально думал, что это в рамках той же локации будет комнатка. Ну вот, да, я же говорю, я просто разделил, так уж вышло, поэтому... Ясно. Будем смотреть, не, если вы захотите убежать в другую комнату, мы что-то придумаем, я понимаю. Это... Подожди, вот, грубо говоря, в комнате реально сейчас только Шава и Ор, который залетел, это было заявлено. Да. И остальные вот проходят. Да. Ну, не, там, ну, да, если что, ты можешь просто поле чуть расширить вниз, грубо говоря, для тех, кто стоит отдельно. Что у меня была идея держаться как бы на большой дистанции.
Ну, хорошо. За 60 футами. Типа, за радиусом диспела, так назову. Ну, плюс-минус там, хорошо, я пока уберу, там сделаю чуть-чуть окей. больше, единственное там... Ну, да, пока так. Окей. Потом разберемся. Условно так где-то я. Ну, раскидайте себя, кто хочет там выйти. Угу, так. Так, это тогда твой ход, Драхорс. Шава, дальше ты. Ты видишь, как Драхорс пытается выстрелить в эту тварь, в которую он сказал, что это плохая тварь, которая давно мертва. Он промахивается. Ты видишь, как Стримира... я это еще не сказал. Стримира, когда ты ее вот атаковала, она не сильно отреагировала, но она так... Она... Один глаз, так знаешь, как зажмурила от того, что у нее была боль, как в голове, знаешь, как мигрень такая очень сильная. И смотрит она на тебя неодобрительно, но, ну, она не в ярости, а просто ты ее бесишь. Как и всех. Сама вдоль стеночки отходит влево. Сначала я проверю одну, возможно, я не прав. А, не, нормально. И так переключить на шаву секунду. И с фразой «Чё ты, сука, лыбишься?» Кастует Hold Person. Кастует Hold Person, хорошо. Так, дистанция, да, 60, понятно, концентрация, one action, wisdom saving throw. Хорошо. Одну секунду, wisdom saving throw. Есть. А у него там помех нет? Сука. Нет, помех не должно быть. А она падает, а после насмешки? Нет, после насмешки на атаку. Или на спасу тоже. Сейчас проверю, секунду, чтобы все было честно. Wisdom saving throw, take 1d4, and have disadvantage on the next attack roll. Только attack roll. Окей. Окей. Такс. Ты пытаешься наложить на нее заклятие. Можешь сказать мне, как именно это выглядит, что ты хочешь ее опутать, так сказать. Я внимательно слежу, смотрю ей в глаза и просто с той фразы уже не вспомню, которую ты уже говорил. Ага. Пытаюсь ее застанить, и мне это не получается. Я кричу друзьям: начните с мелких, потом займемся крупными. Да, ты видишь, как твое заклинание не имеет никакого эффекта, она в какой-то момент просто как немножко передергивает плечами и свободной рукой отмахивается, и оно рассеивается. Ты не смогла его наложить. Так, было движение, было действие, какое-то бонусное действие. Ну, это было бонусное, типа, крикнул. А, это было бонусное. Бонусное ничего не это. Все, окей, договорились. А можно бонусным заготовить какое-то, что-нибудь там? Нет, если я правильно помню, заготавливать что-то бонусным нельзя. То есть бонусное действие там ограничено именно то, что ты можешь делать. Сейчас я открою. У меня это есть где-то. Вот. Бонус actions. Offhand attack, cast spell. И все. То есть закладывать что-то ты. Все, я понял, окей. Проехали. Да. Идем дальше. Да. Хорошо. Так. Дальше у нас идет ор. Ор, он же висит в воздухе. Да, он висит в воздухе. Смотрит ей прямо в глаза. Тоже Стримире. Стримире. Да. И сучка, ты предала Биг Босса! Я тебя убью! И выплачу этим долг! Отлетает в сторону. Угу. И будет стрелять из арбалета. Хорошо, ты там дотягиваешься, какое я забыл расстояние у арбалета. Так, тут 150. Он не арбалет, это шортбол у меня. Тогда точно попадаешь, все нормально.
смысле, ты еще дотягиваешься. Ой, то есть не попадаешь, а дотягиваешься, а тут я даст. Бросай до 100. Поздравляю. Я подожди, я сначала урон кину, чтобы не глючил я. Справедливо. Так. А потом бросай до 100. Что там у нас? 79. Not bad, not bad. Крити, я не помню, сейчас он скрытая атака не считается? А с чего? Я на нее орал, какая, не, какая скрытая? Не-не, Ярослав имеет в виду, что криты вроде как сник и так не считаются, нет. Нет. Да-да-да, там преимущество надо иметь, извините, ошибся. Да, все нормально. 79, блин, Ор, ты, у тебя реально еще за прошлую игру были вот эти критические снайпер элит, блин, выстрелы. Я могу сказать, стреляешь? Что я ей попал в глаз. И стрела в нем торчит теперь. Не, это было бы нелогично. Она вряд ли от этого умерла, от твоего крита. Ну да, да. А попадания в глаз плохо выживают. Я скажу, что ты очень хорошо ездил. Не, просто глаз выбить не получится. Ты я скажу, что ты все-таки попадаешь ей в плечо, но ты настолько классно вот натягиваешь и стреляешь тетиву, ты так четко попадаешь, что она падает. Она теряет свой баланс, и она падает. И она вот как раз проун. Пошла. Да. Вот теперь с преимуществом будет. Вот теперь наоборот будет. Не, дальнобойные атаки с помехой, и атаки в ближнем будет с преимуществом. А, блин. Ну, по-моему, там помеха на какие-то из спас-бросков. Ловкость. Ловкость. Да, да, ловкость. Ой. Ну и плюс она тратит половину движения, чтобы встать. Ну это да, это она сейчас и будет делать, видимо. Потенциально, да. Ор, все, еще что-то дальше? Будь? Ор, все, прекрасно. Дальше идет у нас Стримира. Она реально шокирована тем, как ты четко в нее попадаешь, потому что ты видишь, что... стрела не так просто, как вошла в тело. Перед этим она преодолевала часть магического барьера, но она преодолела и попала в плечо. Вот. Отнимает так. 11 всего получилось. Да, 11. Еще не записал урон. Все, есть. Смотрит на тебя. Она лежит на боку, смотрит на тебя. Ор, тоже. Вот ты ее уже хорошенько так разозлил. И она даже немножко испугана из-за того, как легко ты в нее попал с такого расстояния. Вот. Она встает. Она тратит на это половину своего движения. И так, что она с тобой, Ор, будет делать? Так, одну секунду. Скорее всего, что-то плохое. Кстати, на какой высоте ты болтаешься? Помнишь? Ну, если у меня ноги на уровне головы. А, тут ты очень низко, 13 футов всего. Mm-hmm. Так, она... Сейчас. Боже, столько всего. Вот. Чтобы выбрать. Да, чтобы выбрать. Проблема в том, что из-за того, что она потратила половину своей скорости, она может сейчас до него просто-напросто не дотянуться. И поэтому пока она просто встает и со злобным видом начинает идти. Раз... Два, три. Нет, стоп. Раз, два, три. Она встанет вот здесь. И пока она ничего не делает, потому что она не дотягивается. Но она просто продолжает идти в твою сторону, Ора. Так, и дальше как раз идут спектры. Вот это уже будет поинтереснее. Какое она их управляет или они самостоятельно? А ты этого не знаешь. Она им, во-первых, да, ты четко, какая у них система, ты не знаешь. Я скажу, что она пока что никаких команд им не давала и ничего им не говорила, в принципе, ни на каком языке там, ничего. Но, да, она вот подходит сюда. Спектр, который был рядом с ней, смотрит, Ор, на тебя, злобно шипит и начинает лететь в твою сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это у нас 30. 35, 40, 45, он подлетает к тебе. На твою, ну, на твою высоту. Он поднялся на мой уровень, да? Да, да, он поднялся, и у него достаточно было скорости, чтобы подняться на твою высоту. И он будет на тебя нападать. И мне нужно, чтобы ты сделал спас-бросок
телосложение. А, не, стоп. Он же не попал. Да, он не попал. Я думал, что надо делать вне зависимости от того, попал или нет. Нет, только если попал. Он промахивается. Он пытается впиться в тебя своими когтями, но ты уклоняешься. Очень вовремя. Я могу вот этим своим... у меня там было дуэля... Ой, тут... Блять, как он? Какое-то у меня там было движение, что я... А, зачинщик. Что я могу... вернуться ли это и переместиться? Во время атаки на тебя? Если он закончил свое движение в 5 футах от него... Да. Вот тут выскинул. Вы можете реакцией переместиться на расстояние до половины вашей скорости... Когда враг заканчивает свой ход в пределах 5 футах от вас, это передвижение не вызывает провоцированных атак по вам. А, да, да, я разрешу. Надо было, конечно, надо было сказать раньше, но я не попал. Заканчивает так, что, да. Ход. А, полностью ну, заканчивает ход. Он как ход, раз закончил. Да. Все, он, да, он как раз ход закончил, да. Ты можешь, ты можешь. Я вот так отличу, условно говоря. Просто дистанцию разорвать. Договорились. То есть он промахивается, злится на тебя, ты отлетаешь дальше. Это был первый. Он пока в языке отлетает, просто такой. Да, дальше, идем дальше. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Шава, теперь нападают на тебя. Вот это попало. В этот раз попал, и я попрошу тебя сделать... Ух, блядь. Делать спас-бросок телосложения. Очень хорошо бросили. Это хорошо. А, получается, что да, ты просто теряешь 14 очков. Ну, ты получаешь 14 очков некритического урона, но, по крайней мере, это не твой новый лимит по этим. По очкам здоровья. Так, и пока он больше не двигается, дальше идет Рузу. Рузу, ты видишь, так. Как... ты, ну, подожди, ты даже не видишь, я скажу, что ты частично видишь, но ты слышишь, как спектры начинают нападать на твоих соратников. Я скажу, что ты даже слышишь, Шава, ты, наверное, издаешь какой-то звук, когда на тебя 14 некротического. Ты слышишь, что Мочилово началось, надо что-то делать, то иди. Так... Так. Собственно, я гляжу на все это непотребство. Блин, какого хрена эта коза, блин, пошла? И у меня такой был красивый план. Как всегда, все пошло не так. Так, сейчас, секунду, мне надо чуть-чуть это померить линеечкой. Так, это раз. И сейчас я хочу проверить, какие свойства алхимического огня. Это надо почитать, я сейчас в голове не скажу. Сейчас я ищу это дело просто. Вот, алхимический огонь нашел. Так. Так. Можно метнуть, да. Так. Damage 1d4 огня. Improvised weapon. 20-60 расстояние. Да, я вижу. И DC-10, чтобы скинуть. Да, спас-бросок ловкости. Не, я этим, пожалуй, сейчас пока пользоваться еще не буду. Так, сейчас. Крутит барабан, блин. Антон? Так, она от меня в 65, отлично. В таком случае я не буду сильно выеживаться. Справедливо. И... Начнем, типа, 2 в нее, 1 в бихолдера. Раз, 2, 3. Блин, ну, смотри, в этот раз я разрешу, но мы же договаривались, что ты... А я за рейнджем, контрспелла. Контрспелла, ну да. Я в 65, поэтому я даже не стал на этот счет. Так, это раз в стремнину, это 2 в стремнину. А это по бихолдеру. Хорошо. То есть 12. Очень хорошо. Я немножко в шоке. Не переагрей меня, тварь! Ну, я... После этого я так еще отхожу немного. Насколько тут... Я был 6... ну я, собственно, отойду. Раз, два, три, четыре, пять.
Я просто, знаешь, так ухожу в закат после этого. Типа... Прячешься за кровать. Прячешься за кроватью, я понял. Да. Жестко, жестко. Да, ты попадаешь, лучи летят в твоих противников. Если зомби не сильно отреагировало, это, ну, то есть, типа, больно, неприятно, но не сильно, ну, то стремнину это прям сильно ковырнуло. Сначала она только начала доставать стрелу из плеча, а тут, блин, в нее еще херануло два луча обжигающих. Жестко. Поехали, брат. Жестко. А, так. Так, и я бонус... Сейчас, бонусным действием я из рюкзака перекладываю алхимический огонь в карман, типа, для быстрого доступа. У меня есть на этот счет планы. Договорились. И такой, да, минутка метагейма. Я могу использовать же его как снаряд для катапульт? Ну да, это в принципе по весу оно вроде проходит, по размеру тоже. Все, не поэтому, вопрос. Да. Я то разрешу. Есть... Отлично. Разрешу. Поэтому я матерился, что она сменила позицию. Я мог через бихолдера по ней стрелять. А сейчас как раз идет наш замечательный бихолдер. Он смотрит на все происходящее, он видит, как нападает. Одним из глаз он видит, как нападают на стремнину, одним из глаз он видит, смотрит на собственную рану, и начинает лететь в сторону входной двери. Так, еще раз, какая у него там скорость. Скорость у него не очень. Раз, два, три, четыре. Он подбирается поближе, и он будет стрелять в тебя, Дракхордс, потому что ты пытался стрельнуть в него, а до Рузу он не дотянет. И он будет использовать... Ух, блин, чужина все сюда стреляет сразу. А, так, у нас 1, 2, 3, 4. Будем сейчас узнавать, в чем он стреляет. Какая милота. Да, мне нравится. Паралич. 10, 8. Да. Пронесет. Паралич? О, нет. Чтоб тебя так пронесло. Дракхордс, я попрошу тебя... Что-что? Не-не, все хорошо. Это так, секунда метагейма была. Не-не, все нормально. Пожалуйста, брось мне с вас бросок на телосложение. Ты видишь, как в какой-то момент один из маленьких глаз бихолдера смотрит прямо на тебя, и из него вылетает луч. Мне нужно, чтобы ты от него попытался защититься. Дракхордс? Ты на мьюте, если что? У него мьют, да. А, может, он отошел. Так, ну тогда будем пока ждать. Рузу, ты мне чуть весь план, сука, не испортил. В плане? Потом скажу. Ты... Тем, что я ее поджарил? Ничего. Уж пардон, но как бы все равно кому-то пришлось бы. Я думаю, учитывая, что после этого у Бихолдера не будет ни бонусных действий, ни больше движения, мы можем пока это оставить. Мы не знаем, Дракхордс парализован или нет, но я думаю, мы можем пока продолжить. У него сработало аж через интернет. Видишь, он же был отключен. Или как там что-то? Ну, не в смысле, без звука. Может быть, скакнуло напряжение. На крайняк я могу просто заменить. Мне кажется, он там просто. Ну, скажем так, если это будет принципиально на следующем ходу, просто в порядке он или нет, то кинешь за него. Если нет, то оно подождет. Пока его никто не атакует, в принципе, плевать. Да. А, Кварион, ты видишь, что началась потасовка. Ты слышал, что говорила это. Не очень приятная особа насчет твоих сородичей. Какие твои действия? Паутина, кстати, заряжена, если что? Кажется, вроде была, да. Последний раз была перезарядка, да. Я не помню просто, заряжена. Поэтому я уточню. Да-да-да. Была зарядка. Так, в проходе стоят мои соратники. Угу. Я так понимаю, протискиваться через них это труднопроходимое, да? Я скажу да. В принципе... Я могу разрешить, учитывая, что высота той комнаты, в которой ты еще находишься, она такая же низкая, ты можешь пройти по потолку и потом перелезть на... Я там часть. На полу был, поэтому... Ты тогда был на полу, тогда да, тогда труднопроходимая, но проходимая. То есть ты гибкий паук, ты пролезешь. Окей. Да.
Хотя сейчас посмотрим. Ной. Так. О, о. Макс вернул. Да, трошки. Макс, сбросок телосложения. Тебя парализовывать собрались. Ау. На тебя посмотрел Бихолдер одним из глазок. Да. Ох. Скажи спасибо, что не шоколадным. По-моему, нету. Я надеюсь, что нету. Я не хотел бы в это верить. А, да, то есть... А там тот же глазик. Так что да, Дракор, спас бросок телосложения. Кварион, я так понимаю, ты подходишь, хочешь плюнуть паутинкой? Да, я буквально хочу плюнуть в него паутинкой. В принципе, я даже... Ой! Дракхорд, как ни прискорбно, но ты парализован. Твою... На минуту может повторять спас бросок в конце каждого хода. Да. Но только да, это получается. Глазастый скотина, сглазил. Буквально сглазил. Да, я скажу, что учитывая, что Дракхорд еще и парализован, я разрешу, в принципе, стрелять паутиной вот где ты находишься без помехи. Тогда я буквально буду стрелять паутиной по бихолдеру отсюда, где я нахожусь. Mm-hmm. Так. Так. А мы можем считать, что и раз он парализован, то он отличная опора, на которую можно поставить пару лапок и спокойно пройти? Ну, в принципе, наверное, да. Если там все равно, там тесновато все равно, поэтому мешает немножко. Но сопротивляться он не будет явно прохождению. Ну да. Его можно считать как Вилен Крича. Итого, я все равно стреляю пока позади, поэтому... Ну, давай. Я думаю, ты попал. Я явно попадаю. Да, да, ты попадаешь. Так, я забыл, Бихолдеру надо что-то еще бросать сейчас после паутины? Нет, ему сейчас ничего не надо бросать. Все, я отлично. Могу продублировать информацию, если необходимо. Да, не обязательно, я просто вот именно насчет броска забыл и все остальное. Что у вас за оценки такие конченые? Я ничего не могу... Он, это я нажал на слово веб. А. Там, по-моему, сила, что ли, да? Да, это на его ходу он может либо атаковать паутину, либо, используя силу, попытаться вырваться. Угу. Так, да. Дальше. Сделать, поэтому... так, я сделал один ход. Ты сделал действие, ты чуть-чуть прошелся, ты можешь еще пройтись уже. Я разрешу, что если через Дракхорца, то это не будет как сложная, ну, сложная проходимость. Два, три, четыре, еще один ходик был. Я стою перед вот этой образе. Супер. Блин, ну ты просил же. А ты ничего не просил, кстати. Не, мы перед игрой это обсуждали, ладно. Зато у тебя отличный угол обзора на стримиру. Ну, да. Ладно. А, если серьезно, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если ДМ разрешит такой небольшой метагейм. Ну, один шаг я разрешу. Это не то, что совсем все поменялось. Я разрешу. Окей. Я все-таки, да. Я понимаю, это у вас пока хорошие броски. Я не знаю, что будет, когда начнутся опять плохие. Сейчас скоро уход раньше. У нас в другой компании персонаж Пати из-за этого в сумочке катается в виде... Сами знаете чего. Ну да. У нас получается битва лапок с глазками. Ну да, примерно так. Моргало выколю, да? Так, и пока не забыл, наверное, я сделаю ход конем, я воспользуюсь бонусным действием. Угу. Подхилюсь. Окей. У меня это получается друидская идет. Тема, правильно? Да, это друидская. Сейчас я только перепроверю. Там, по-моему, 2d8 за первый уровень. Извиняюсь, забыл подготовить этот момент. Не страшно. Страшно, это не так долго. Можешь пока еще, да. Все равно следующий ход у Хельма, поэтому тебе надо еще подумать, что он будет делать. Тут особо думать-то нечего. Он уже слышал крик боли Шавы. Справедливо. Раз, два. Шава. Лечащее слово, первый уровень бонусным действием. Напомню, там будет цифра, которая выпадет +3. Угу.
Что, броска нету? Да ты серьезно? Ты туда нажал? Туда нажал. Может тормозит сегодня? Туда... Это я не туда нажал, все-таки извините. А не, во, все правильно. 10 хп. Плюс 3 еще? Да, еще да. И плюс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Восхитительно. Мерси. Шава, все, все уже не так плохо, как было буквально секунду назад. Угу. Так, и на этом все, я так понимаю. Так, и действием. А, ты про Хельма, да-да-да. Да, про Хельма. Спектр, который возле Шавы, пусть, пожалуйста, сделает спас-бросочек ловкости DC-14. Прекрасно. Спас-бросок ловкости DC-14. Не срабатывает. Это что ты? Но это Secret Claim? Secret Claim, да. Кстати, стримера будут как-то реагировать? Она видит, что... Я скажу, что она видит, как ее подчиненные с вами сражаются. Пока что она больше переживает за то, сколько ей досталось. А они не в критическом состоянии, поэтому она думает, что они разберутся. Окей. Угу. Так, я пробросил, ждем, пока раздуплится. Что-то у тебя долго оно раздупляется. Да. Это от того, что у меня два чарника параллельно открыто. Возможно, из-за этого. У меня сейчас 3 открытые, пока нормально. Ой, что-то слабенько. Слабенько, но урон есть урон. 3 урона излучением, пожалуйста, данному экземпляру нежити. Есть, да, все есть. Засчиталось. Что-то еще? Вот. Пока это все. По поводу друида я сейчас все еще пытаюсь подключиться. У меня что-то интернет подтупливает. Так может из-за этого ключа? Может из-за этого. Да, тут так непонятно. Или ты скажи, поищем сами. Да, я сейчас с телефона гляну. Быстрее будет. Окей. Ладно. Так, дальше идет Реджи. Реджи, ты видишь, что да. Все, пора рубить. Какие твои действия? Если что, тебя не слышно. А я ничего не говорил. Вот, собственно говоря, метка охотника на ближайшего спектра. И мечом по голове. Прекрасно. Потому что еще и с преимуществом, да. Попадает, 16 попадает, кидай урон. И будешь ли ты смайтить? Буду ли я смайтить? Поехали. Почему бы и нет? Он опасный, поехали. Давай. Как там оно у тебя включается, я забыл. Просто добавляется? Оно не хочет набраться, я просто кину 2 D6. Договорились. 2. И это ж будет Radiant. Да. Так, стоп, а по нежити же еще что-то докидывается в смайт, не? Hunter's Mark. Да, кстати, еще плюс 1 D6 от нежити. Сейчас скажу, нежити. D5, паладин, сейчас, секунду. Да, там по нежити больше проходят. О, бля, паладины. Там не D6, там D8, надо перекинуть. Сейчас, короче, простите. Больше. Я восстанавливаю тоже, кстати. Divine Smite. Плюс 1 D8, если это Undead. Это Undead. Так ты еще D8 докидывай тогда. Так я должен тогда просто перекинуть. Да, вот так вот кидаем, короче. 3 D8. Короче, 15 плюс 13 плюс 6. Пока. Подожди, а 6 это Хантермарк. Метка охотника. Хантермарк. То есть 13 плюс 12. Короче, даже с учетом того, что у него физические атаки с этим, ты все равно его убиваешь, как ты это делаешь. Я срываюсь просто в левую сторону, по пути целую меч. И с разворота прорезаю через него и поворачиваюсь в другую сторону к бихолдеру. Восхитительно. И делаю еще один шаг в эту сторону. Все. Договорились. Акварион, это ты пробросил. Это я подхилился, да. Прекрасно, еще на 14. Очень даже хорошо. Это не просто хорошо, это очень хорошо. Это очень хорошо. В нынешних-то условиях. Я уже забыл, что да, что ты был поранен в прошлой этой сессии. Да. Такс, окей. Блин, ну это было мощно, Реджи. Да, я же говорю, то это то слабо, то очень сильно. Так, Драк, ты, к сожалению, сейчас не можешь ничего предпринять, ты парализован, но ты можешь попытаться вырваться из паралича, бросив Драк на первым, телосложение. Да? Что? А Драк первый, да?
Да. Я просто не вижу его в очереди, поэтому спрашиваю. А, блин. Ну это блин, странно. У нас, да, очередь у нас до сих пор типа на 3-90 всего лишь. Сейчас проверим. О, 5. Ну, к сожалению, не. К сожалению, 5 недостаточно. Так что ты продолжаешь лежать парализованным. Ну, по крайней мере, рядом с тобой нет противников. Пока что. Он стоит парализованный или он падает туда, когда парализован? Стоит. Я скажу, что, ну, он так, типа, стоит, но... Так, там стену, короче. Так. В Балдурке они стоят, если что. Окей. Так, попробуем так. Видно. О, стало лучше. Уже лучше. Но у Шавы 0. У Шавы 0, да? Да, сейчас Шавы будет 15, все нормально. Так, Ор, ой, Шава, то есть, какие твои действия? Ты видишь, как Реджи довольно, ну, во-первых, сначала тебе полегчало, когда тебя подлечил Хельм, после этого из ниоткуда налетел Реджи и священным ярким сиянием просто нахер распылил спектра, который находился перед тобой. Какие твои действия? Свободное. Спасибо, блядь, не ожидала. Раз, блядь. Раз, два, три, четыре, пять. У меня, по-моему, 6 ходов. Да-да. Да. Окей, Шал продвигается и будет дальше атаковать стремину. Не, подожди. А давайте мы добавим немножко интересности. Ну, давай. Я буду использовать злую насмешку. Она экшеном? Помните? Да, экшеном. Она экшеном. На нашего глазастого друга со словами: ты давно к окулисту ходил, ты катарактный. Так, хорошо. Спас бросок мудрости. У бихолдера. Ну, мудрость у него не фонтан. Видно. Да, он точно получает этих три сайкика. Я просто решил помочь паучку. Not bad, not bad. Так, и что? Это экшен. У тебя еще есть бонус экшен. И бонус экшен на тебя. А что ты накладываешь на себя? Хилку. Хилинг вард. Окей, восстанавливай себе еще 7 очков. По-моему, тут оверхил уже, если я правильно помню. Я и... Шава просто боится. Два заклинания. А, уже... Нет. Нет, только одной ячейкой. Заговор, да? Это заговор. Заговор, да. Прикольно. Найс. Окей. Есть, готово. Дальше. Дальше Ор. Так, а теперь, блядь, дайте мне вспомнить. Дальность полета у меня 50. Я заявлял, что я в воздухе. Да. Кстати, Реджи нет в порядке ходов, если что. Ор, ну, он есть, просто сюда. Его не видно, да. Ор перелетает сюда, садится и просто рапирой пытается полоснуть по горлу. Но ты при этом спускаешься, получается? Да, ну да, как бы я же не могу сверху атаковать. Тогда, когда ты спускаешься, сделай, пожалуйста, спас бросок телосложения. Эта дрянь не опасна, кстати, на полу? Спасибо, не, что не, спросил. Ты чувствуешь это, у тебя состояние, ты отравлен. Ты еще и атака спустя. Но бить я при этом могу. Что-что? Но бить при этом я могу. Да, конечно, это одно другому не мешает. Просто ты чувствуешь... Это обычная атака? Это обычная атака будет, получается. Отлично. Стоп, а я забыл, а помеха дает poison или нет? Кажется, нет. Сейчас, одну секунду. 1000 извинений. Да-да. Не вернулся. А тебя не было? Да, я немножко покашлял. Я уже вижу, что происходит. Я просто забыл, что отравление еще дает из
негативных хочу перепроверить. Дисадвентич, он и так, да, извини, но, пожалуйста, бросай еще раз, потому что у тебя помеха сейчас на бросках атаки. 14? Не, 14 не попадает. Ничего себе ловкая. Ты приземляешься, я скажу, что ты пытаешься в нее попасть, ты даже метишь в то место, куда до этого ты попадал стрелой, но в этот раз рапира отскакивает, даже не дотягиваясь до ее мантии. Ты чувствуешь, как когда ты вот атакуешь, у тебя идет вздох такой, ты чувствуешь, как это не надо было делать, чувствуешь ты теперь себя гораздо хуже. В руках такая слабость, немножко мутится в глазах. Неприятно. Кажется, сейчас кому-то всекут. Кстати, о птичках, да. Кстати, о птичках. Блин, ну я, конечно, не уверен, что я так хотел это сделать, но в принципе, сейчас, секунду. Так. Что она смотрит на тебя, говорит, видит, как ты начинаешь покашливаться, как ты, ну, после того, как ты промазал, как ты чувствуешь себя не очень хорошо, она немножко так смотрит на тебя с ухмылкой, говорит, ор-ор, всегда сначала делал, потом думал. Так, и что она говорит? Блин. Она... Стоп, я вот думаю. Слишком много вариантов, это всегда напрягает. Понимаю. Да, я знаю, что она сделает. Она наложит... Она от тебя отойдет, она очень... уверена теперь в том, что тебе будет сложно в нее попасть. Поэтому, если что, ты реакцией можешь ее еще раз попробовать атаковать, атакуй. Может помеха, да? Да, ну, да. Не. Ты не попадаешь. Так, раз, два, три, четыре. Так, все. Она отходит. И при этом накладывает на тебя луч вот это вот. Сейчас накладываю не экшен, но... Ну, это ослабляющий луч? Да. Ой, а у меня вопрос, а этот ослабляющий луч успешно втянется кинжалом, который у меня в сумке? Успешно, честно. Луч слабости. Она теряет ячейку. Что происходит? Она стреляет в тебя этим лучом. Она, ну, все справедливо, она не знала, что у тебя нож, так что все правильно. Я почему спросил? Молодец. Она стреляет в тебя лучом в ожидании того, что сейчас с тобой произойдет. Но почему-то в самый последний момент темный луч, который вылетает у нее из пальца, делает такой резкий кривой, как поворот, и рассеивается, и уходит тебе в сумку, Ор. И она просто в бахере от того, что происходит. Я думаю, я разрешу как бонусным действием сделать ей бросок на магию, чтобы понять, что происходит. Да, она понимает. Она видит, что происходит, и такая, типа, что, таки стырил что-то из той гробницы, подлец. И на этом пока действие ее заканчивается. Кто бы за подлеца говорил? И на этом ее ход закончен, но опять начинают атаковать спектры. Так, почему ты говоришь спектр, о них, да. О нем, да? Уже только один. Да. Только один. Это, конечно, жесть, как быстро он лег. Я скажу, что Дракхорд, ты парализован, ты их уже не интересуешь. Но его интересует, я думаю, что он будет лететь сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Он будет атаковать Квариона, причем с преимуществом. Преимущество?
Я думал, это потому надо что... здесь стоять для преимущества. Да-да-да. Вот по объяснению, линия должна проходить через центр. Тогда так. То есть, да, вот так это типа норм, а вот так типа это по касательной оно не считается. Справедливо, не вопрос. У него хватало скорости, чтобы долететь. У него 50 футов. Так, и будет атаковать с преимуществом таки Квариона. Поехали. Хорошо, что с преимуществом, но все равно не попадает. Капец, 1 и 2. Это пиздец просто. Не, ну это же не 2 единицы. По крайней мере, ну да. В принципе, шансы одни и те же. Ну, на этом пока все. Он больше ничего сделать не может. Смотрит, пытается попасть по пауку. Паук ловко изворачивается. Рузу. Так, сейчас, я хочу понять, куда мне надо подойти. Так, мне надо где-то на этой линии встать, да? Чтобы спокойно шмалять по нашей драгоценной сучке. Смотри, учитывая, сучке. Что здесь камушек, я все-таки все равно думаю, что... Ну, хорошо, вот так. Так я до сюда добегу. Я до сюда могу добежать. Справедливо, я просто скажу. Так, сейчас я пытаюсь, сейчас я еще проверю. Вот так будет с помехой, а в этого я могу стрелять сколько угодно. Да, да. Отлично, тогда, ну ладно, так сказать, мы продолжаем КВН. Раз, два, три. Первые два в сранину и последний спектра. Хорошо, давай кидай урон. Хотя лучше было все в сранину, ну ладно. Ну, в любом случае попадает только второй, поэтому кидай урон только второй, третий. Ну, я понимаю, нормально. Ладно, пусть тогда все в сранину. Ладно, разрешаю. Не хочу спектра агрить. Справедливо, 16. Нихера ж. Слушай, да у нее вечер просто огонь. Да, у нее вечер реально огонь. Ей прям уже плохо. Ты видишь, как твои атаки, Рузу, и реально только твои атаки, не считая первой стрелы от Ора, очень ее уже хорошо так пошатали. И она смотрит... И у нее легкая мигрень. Так, и да, на этом... Мигрень уже отпустила, она на один ход всего мигрень. Не, ну в смысле, у нее начал с собой с мигрени небольшой. Ну да. Сейчас я пытаюсь посмотреть. И я скажу, что опять будет ходить Beholder. И он будет атаковать, он не будет стрелять, он будет кусать с преимуществом. Какое им преимущество? У него голова болит. А, он же запутан, блин, точнее. Во-первых... Кстати, при запутывании... ну да, не было же куся на него. Да, куся так... на него не было. Да, тогда он просто кидает. Просто. Он просто кидает на силу, чтобы вырваться. Я скажу, что он не будет атаковать паутину, он будет... Он будет это делать с этим. Или не будет. Нет, это только на бросок атаки. Это не атака, да, это не атака. Ой, блин, я случайно преимущество... Ну тогда не вылез. Да, он не вылез, все честно. Он не вылез, он все еще окутан. Так, сейчас я перепроверю по паутинке, он еще что-то может сделать или нет. А у нас паук пытался перезарядиться, или мы забыли? Это на следующем ходу только. Должен перезарядиться... Еще ход не начался, да. А, окей. Где описание паутины? Оно же вроде уже было здесь. Давай я продублирую. Продублируй, пожалуйста, а то оно что-то потерялось опять. Не понимаю, куда оно делось. Данки. Strength check, person weapon, the weapon can also be attacked and destroyed. То есть. As an action. Все, вижу. Ну тогда да, пока Beholder все еще запутан. Он хотел экшеном выпутаться, он не атаковал паутину. Надо было бы, наверное, атаковать, но что поробишь. Все, на этом ход заканчивается. Кварион, твой ход, можешь перезарядиться. Ну, попытаться перезарядиться. Заряжай пушку. Да, сейчас, секунду, я просто параллельно отписываю. Проверяем перезарядку. Не перезарядился. Увы. Так. Еще какие действия, движения, бонусные действия?
Так, собственно, будет попытка сделать кусь. Попытка сделать кусь. Кого кусь? Спектра или Бихолдера? Давайте, тут же еще спектр есть. Не, Бихолдером. Угу. Он у нас сейчас опутан, поэтому, полагаю, преимуществом. Ну да, все честно, с преимуществом. Та-дам! Думаю, побиваю. Попадаешь, да. Давай урон. Так. И ему, получается, кажется, надо какой-то спас-бросок сделать тогда, да? Ну, я не знаю, ядовитый урон. Как он делает? Тогда нет. Нет, тогда... Подожди, да, давай. Пирсинг вот. Плюс 3. 8 пирсинг. Да. Вижу, сейчас. Не, только 8. Ну да, он же иммунный к отраве. Угу. Гад такой. Ты видишь, как явно твои... Как это? Не зубы, клешни? Как, что у паука вообще? Жвала. Элитеры. Ну, да. Да, вот, короче, они находят свою цель. Ты чувствуешь, как ты ранишь это существо, но что явно твой яд не имеет какого-то эффекта на его и так уже мертвую плоть. Понимаю. То, что мертво умереть не может. Да. Что мертво умереть. Ты ему выколол пару глазиков, мне кажется. Не-не-не, глазики пока еще целы. Теперь ход Хельма. Хельм, да? Да. Кстати, Хельма я тоже не вижу в очереди. Да, 1000 извинений за звуковую атаку. Так, а происходит, собственно, следующее. Во-первых... А японский, ну? Тогда. Да, пожалуй, так. Во-первых, пусть господин Спектр сделает спас-бросочек ловкость. Не вопрос. Ожидаемо. Увы, успешно. Понимаем он. Теперь. Это бонусное, я так понимаю, было. Это основное действие. А, основное? А теперь будет бонусное действие. А, по нашему договору, сейчас я отпишу... Ружу. А, угу. Справедливо. Угу. Что это должно быть? Угу. Да, вижу. Я скажу сразу, что реально, учитывая, в каком она состоянии, она точно... Она ячейку использовала. Она ячейку использовала до этого. Она... Без разницы. Стоп, а разве реакция? Можно реакцией еще одну сжечь? Да. А-а-а. В данном случае, то есть это не считается как действие, это считается как реакция, и просто сжигается за эту... Если у нее есть реакция, она может использовать контрспелл, вне зависимости от того, что она кастовала до этого. Окей, я понял. Хорошо. Да, все нормально. Сейчас. Да, и она точно сжигает еще одну ячейку, потому что она уже не в том состоянии, чтобы разрешать тебе еще ее атаковать. Что то было? Божественное оружие. Хорошо. Кто там отключался? Диспорт был, в принципе... Антон проиграл. Я вернулся. Оправдан, я бы сказал. Оправдано. То есть, да, она использует контрспелл, и твое заклинание не принимает форму, но, к сожалению, ты сжигаешь свою ячейку тоже, пока ты делаешь. Да, понимаю. Экс. Двигаться куда-то будешь? Да. Вот сюда. Не вопрос. Такс. На этом все. Реджи, твои действия. План известен. Бонусным действием переносим Hunter's Mark. Договорились. Кидаем сразу его, пускай он висит, если я попаду. Найс. Это на кого? Свою... На Beholder. Перемещаем свою жопу. К Бихолдеру.
Вот сюда. А, ну или так, да. Ты бьешь. Ну, все равно преимущество, да. Он все равно. Это на случай, если он вырвется. И бьем молодого человека на 24 на попадание. Попадает. Ну просто 1.24 это божественно. Я извиняюсь, тогда... он опутан, поэтому не обязательно было использовать фланкинг. Я знаю, я специально пошел. Не, это чтобы подойти к Срамине, может, еще. Пока он еще распутается, опять же, да. Divine Smite, поехали. 20. 14 плюс 5 плюс 7. D8, D8 это нежить. Это нежить. А, еще один D8, это нежить. Поехали, еще один D8. Я в шоке. Еще плюс 6. 27 плюс 5. 32. Ёпмою. Гори, сволочь. Кстати, паутина выдерживает Radiant урон? Так я же в него бью, а не паутину. Не, в прошлый раз это не сработало. В прошлый раз мы говорили, кто там Radiant'ом жёг, я не помню. Да, да. Не было. Потому что не попало. Radiant — это не огонь. Да, если это не жжет. Да, Radiant не огонь. Я больше говорил про то, что рубят, то есть не мог ли он разрубить бы паутину, но я скажу, что в данном случае атака идет на существо, а не на паутину. Потому что в описании сказано, что нужно умышленно атаковать паутину, чтобы ее разбить. То есть я посчитаю, что это не считается. Иначе враги освобождали нас из паутины, когда нас атакуют. Ну да, это смысл тогда той паутины. Поэтому он остается запутанным, все нормально. Так. Ты это делаешь. И стремнина начинает уже выходить из себя, начинает на тебя орать Реджи. Она говорит: не смей больше убивать моих питомцев. Завали. Дракхорс, я попрошу тебя сделать еще один спас-бросок телосложения. Ну блин, раскачурся. О, блядь. 22 точно снимает с тебя этот очень грустный статус. Ты приходишь в себя, ты понимаешь, что... Но это в конце хода, конечности... он не может ничего делать больше. Да, да, ну я же говорю, в твоей конечности возвращается чувство, сила, и уже в следующий ход ты можешь действовать. Ну все. Надеюсь, у меня будет следующий ход. Это правда. Шава? Ну на это есть все шансы. Так, Шава, правильно. Шава пытается спрятаться за колонной. Справедливо. Брось мне на скрытность. А, ну кстати, подожди, а от кого ты хочешь спрятаться? Так, а колонна не будет считаться укрытием наполовину? От стремнины? Укрытие наполовину, да. Это плюс 2 к КБ, плюс 2 к броскам на... спас-броску ловкости. Да, но он же спрятаться и хочет, а не просто... Спрятаться это будет действие, по-моему. Да. Да, спрятаться это действием-то. У, блядь, да, я... это у Ора это можно сделать. Еще раз, ты просто хочешь встать за колонну, чтобы по тебе было сложнее стрелять? Или чтобы тебя не видели? Я хочу просто встать за колонну, раз она все равно смотрит как бы на Реджи в данный момент, чтобы она меня просто не обращала, ну типа вот, а-ля типа скрытая атака, если бы это был Ор. Не, тут скорее у тебя просто укрытие будет и все. Окей, я из этого укрытия стреляю по стремнине. Хорошо. Ну, конечно, ты можешь из укрытия стрелять. Кто тебя запрещает? Атакуй. Нет. Не. Еще один болт, который пролетает мимо, даже не задевая ее тело. Бонусные действия какие-то. Блять, сейчас, секундочку, что у меня из бонусных, что можно применить сейчас полезного? Ну, бардовское вдохновение, кажется, аж можно. Которые давно кончились? А, они уже закончили? Вот это ты их быстро... Стоп, когда ты, на что ты их использовал? Да мы сюда шли, я баловался. Одно было у Квариона, если я не ошибаюсь, или у Хельма? Да, мы там по много чего-то. А дальше уже не помню, скажу честно. Может, кажется, одно было еще у Ора, когда они взламывали дверь. А у нас тут... А я могу осмотреться, кто-то из нас ранен? Ну, я разрешу тебе это сделать тоже бонусным действием, если ты хочешь именно посмотреть, кто ранен. То есть, я скажу так, чтобы понять, кто там, например, больше-меньше ранен,
Это одно. Если ты хочешь просто понять, кто априори ранен, то это как второе. То есть, что именно ты хочешь? Ты знаешь по тому, что происходило, что ранена была ты, что ранен был... А кто еще вообще был ранен, кстати, на самом деле? Реджи еще нет, Кварион, кажется, еще нет, Хельм нет, Дракхорца парализовала. Пока вроде все цельные. Пока все целы, да. А лечащее слово, оно может снять отравление или нет? Нет. Если в описании ничего нету про именно снятие каких-либо статусов, то оно просто лечит здоровье и все. А главное, смысл на ора его тратить? Ну да, я Metagame. Не знаю, знает ли Шава, но да, теоретически даже... При Шаве его пытались лечить, это не прокатило, но проверки не было, поэтому вопрос, работает ли. Окей, Шава просто стоит такая, ну, да и хер с ним. Присела за колонной такая, потушу здесь. Хорошо, не вопрос. Ор, теперь снова ты. Ор будет гонять эту сучку. 3-4. Хорошо. И просто опять бить рапирой. Но опять с помехой. Тяжело бить и блевать, да? 16 попадает. 17 тоже попадает. Я не увидел второй бросок. Ну, так все равно с помехой меньше берется же. Ну да, да, я просто не увидел второй бросок. 9. Просто рапирой по горлу, блядь. Ну... По горлу это если бы ты ее уж убил совсем. Я скажу, что ключица. Попадаю в плечо, походу. Попадаешь в ключицу. Тоже плечо. Задеваешь кровь. Она злая, она недовольна, что на нее так накинулись. Она в шоке от того, как это все происходит. И очень недовольна происходящим. Так. Еще что-то. Нет, меня не смотришь, сучка! Хорошо. А сейчас как раз ее ход. Сейчас ход сучки. Сучка, скорее всего, как раз и будет сваливать. Потому что она потратит единственную важную ячейку, но она хочет сбежать от тебя. Вот. Смотрите. А, я получается не попаду по ней. Ну не, атаковать я не смогу. Оно, по-моему, не провоцирует же, да? Оно не провоцирует атаку, потому что она не физически уходит, а она именно телепортируется. И она телепортируется. Хорошо, просто куда она телепортируется скорее. Наверное, она телепортируется. Вот. И... Сейчас. Я еще посчитаю, чтобы это было правильно. Ну, у нее 500 этих самых, так что... Не, я может... знаю, я просто думаю, на всякий случай перепроверил, что... Куда бы убежать, да? Да. И это получается within range. Угу. Она может переместиться в место, которое она может визуализировать. Или, ну, описать, типа, 200 по прямой, знаю, там, да. И так далее, да, там. Не, ну, сейчас она не хочет сбегать со своей базы, то есть я это сразу скажу. Я посчитал, я считаю просто еще не только в этой комнате. Я даже по всему этому гонять, что ли? Под музычку из Бенихила? Так. Нет. Так, упоминал, мне понравилась фраза, не хочет сжигать свою последнюю важную ячейку. Последнюю влажную ячейку. Не, это тоже хорошо, да. Так, извините за задержку. Да, мне она понравилось. Просто так... То есть, что у нас получается, 7 уровень, что ли? Она кастует и исчезает. Так, то есть ее нету в этих двух комнатах, да? Да, Рузу, ты не видишь ее в предыдущей комнате, а все остальные не видят ее в этой комнате. Понятно, сучка. Сыкливая тварь. Ладно, так, собственно, что, ход призрака, я так понимаю.
Ход призрака, все верно. Такс. Получается, что происходит? Что происходит? Он. Я скажу, что он продолжит атаковать Квариона. По крайней мере, пытаться. Говорится, he may definitely try. Ну да. Так, это значит так. У нее. Ну он все равно будет с преимуществом бросать. Так. Угу. У этой сучки, значит, три контрспелла еще есть. Точнее, еще два. Естественно, попадание. Точно попадает. Пожалуйста, Кварион, сделай мне спас-бросок на телосложение. Ой, ё-моё. Меня... А, нет, всего десятка, ладно. Не, не так много. Нет, выглядит страшно, потому что кубов много. Да-да-да, я потом посмотрел, увидел, да. А, так, да, все правильно. Спас-бросок. Поехали. Все хорошо. Успех. Проходишь, у тебя снимается 10 очков, но они не становятся лимитом. Mm-hmm. Ну, то есть то, что снялось, не можно восстановить. Так. И движение. Не, он продолжает быть здесь, потому что он хочет. Он продолжает атаковать. Рузу. Твои действия. Ты видишь, что ваша. Твоя цель, твой скальп убежал. Но... Черепа не скальп. На скальп мне пох. Ну, так, ладно, я чисто так, для проформы, чтобы лучше видеть вот этого глазастика, смещусь и попробую в него влупить колокольчиками, один хрен мне больше нечем. А в спектр? Нет, в спектр я знаю, что не работает, в большую хрень. А, бихолдера. Все, бихолдера. Хорошо, не было упоминания, что у него есть резист. Не-не, все правильно, я просто уточнил, неправильно понял. Да, а да. Какой там, господи, у него... 14 мудрость. Тун-тун. Все плохо с точно мудростью. Нету. Давай один D8. Пожалуйста. D12, то есть, да-да-да. Да-да-да, все хорошо. Драматичненько. Очень хороший бросок. Да, мне тоже нравится. Оно хорошо впиталось в эту скотину или не очень? Хорошо впиталась. Полностью, если ты об этом. Да, чудесно. Не, все честно, он да, он полностью получил урон этот. Так, и я еще при этом хочу прикрикнуть на остальных, что ребят, надо вылезать из этой комнаты, и эта скотина явно где-то не сильно далеко. Надо ее найти на этой чертовой базе. И все. Я на этом заканчиваю. Прекрасно. Слишком близко к двери, я еще отойду назад, я не хочу слишком близко к двери стоять. Так, и тогда опять идет Бихолдер, бедный парень, надо же вырываться. Я скажу, что он будет атаковать, и он получается, я забыл, действия вот этой насмешки, они действуют только на его следующих? Все, уже закончилась насмешка. Да, так, а у него от паутины нет минуса на атаку? Она будет... Не-не, она... Если атакуют лучами, то там пофиг, спойлер. Он не будет атак... Блин. Типа, сейчас, где если там этот веб? Я просто знаю, что это за дрянь. Я очень скажу, что он будет атаковать лучами, да, потому что его очень больно... Окей. Его очень больно поранил наш замечательный паладин. Он будет стрелять в него. Сейчас узнаем, чем. Второй. Думаю. Секунду. Стоп, а там. Так, сейчас. О! Где-то... Балдеж. Чем стреляем? Сейчас, а там где-то там было там... описание, я пытаюсь его найти. Луч тысячи писюнов. Луч страха. Извините. Страх. Так. Что у нас я там? Я понял, спас бросок мудрости. Да. Да, 14. Спас бросок мудрости, сложность 14. А подожди, а тебя вообще можно еще напугать, я забыл? Ну. Даже если... Даже если можно. Даже если можно, то не получится, я понял. Хорошо, тогда да, тогда, к сожалению, луч ничего не делает. И... распыляется на твоей броне. Просто отражается. А, блин, бедный бихолдер, на этом все. Кварион, твой ход. Реально не повезло парню с паутиной. Да-да. С луками в целом перезарядиться? Да, кстати, перезарядочка. А точно, пока на нулях. Да, я заряжаю дробовик. И дробовик заряжен? Ей. Конечно, тут некого пока окучивать, но это дело мы исправим.
паук делает кусь. У него выбор невелик. Он снова будет грызть бихолдером. Хорошо. Он выбрал себе противника по размеру, он хочет покушать глазок. Да. Кстати, спасти паука, если можно, немножко капает слюна, он голодный. Я думаю, эта тварь не очень аппетитная. 12 не дотягивает. Кажется, нет. Да. Даже с преимуществом, увы, нет. Грызу паутину, получается. Справедливо. Ну, типа, цепляю паутину, там немножко ее пожевал. Ну да, ну ты ее, да, ты ее не рвешь, но ты, да. Вот если бы была критическая единица, я бы, может, сказал бы, что рвешь. Такс. Хорошо. Хельм? Как у нас кучно легли наши двойные персонажи. Так, кошмар. Пам-парам-парам-парам. Я точно должен видеть, кого... Кстати, как выглядит наш дорогой дроу? Дракорц выглядит нормально. Ты видишь, как... Я скажу, что ты видишь, как он восстановил движение, что он больше не парализован, а в остальном, в целом, он выглядит нормально. Это нормально. Это норма. Это норма. В таком случае происходит... Что происходит? Это то же самое. Пожалуйста, господин Спектр, сделайте спасбросочек ловкость. Не вопрос. Ловкость у Спектра, по крайней мере, есть. А, блин, я забываю выключать. Но все равно, когда первый 17. Успех. Он уклоняется. Понимаю. Все, больше ничего. Никого не хилю. Так, ну шо? Пожалуй. Реджи! Не хилю уже. Что будет дальше? Ну, я, знаете что? Реджи, значит, берет святой священный символ со своего, значит, этого, висящий у него на груди, и сжигает свой этот Channel Divinity, божественный канал, для того, чтобы бонусным действием восстановить себе ячейку заклинания. Неплохо. Так что минус Channel Divinity. Опять будете смайтить, товарищ? Плюс один этот. И как это? С размаху еще раз хорошенько, надеюсь, хорошенько туда же. Просто минус 5 плюс, ну не минус 5 плюс 10, просто так, да? Не, обычный. Мы сегодня не рискуем. Итак... Ох, блин. А это хорошо. Брось, пожалуйста, еще D100. А, сейчас, D100... Брось урон сначала даже, оно так не глючит точно, а то у нас на прошлой игре почему-то... Я уже запулил D100, уже запулил урон. Еще D8. D8, о, подожди, D6 за 2 D6, потому что Hunter's Mark тоже удваивает. Ну, нафиг смайтить, ребят, нафиг смайтить. Справедливо. Не надо смайтить. Так, да. 59. 27. Так. И плюс еще... Стоп, так, 2 D6, а ты D8. Нет, я смайта не квал. А, ты смайта не квал, все, без смайта. Так, вот, то есть это... 2D6 это по нежити и от Hunter's Mark. 2D6 это Hunter's Mark как раз. Ребята, будете ржать, но 89 это докинуть еще, помимо всего, что бросили, еще один набор костей урона. Еще 2D6? Еще 2D6. А не 3D6? Все из костей или как? Не-не, только атаки. Основных атаки. Только грейдсворда, так сказать. Да. Окей. То есть это у нас 27, 32. 32, блядь. Опять 32. Что, как ты его убиваешь? Ну я поцеловал, значит, достал свой священный символ. А, нет, стой. Жив? Нет. Телосложение? Да. Он делает бросок телосложения. DC 5 плюс... Ну, блин, стоп. Бесполезно. Оно не работает на критах. Оно не работает на критах, потому что это 32, а ему надо, значит, кинуть 37. Ты столько не кинешь. Я ради прикола, но у него плюс 3, конечно, он может выкинуть 20-ку. Там в принципе же в описании обычно указано, что не работает на радиант и не работает на криты, по крайней мере для обычных зомби. Сейчас, секунду.
The damage reduces the constitution. Да, да, unless the damage is radiant or from a critical hit. Ну, значит, поэтому, поэтому тут без шансов. Это фарш из бихолдера. Реально, бихолдеровский фарш. Реджи, как ты это делаешь? Там впереди я вижу какая-то колонна. Uh-huh. Вот я переворачиваю меч, прыгаю вверх через колонну и втыкаю его сверху вниз, прям усаживаясь вместе с бихолдером так в центр головы и приземляю его на землю уже. Единственное, что я обязан сказать, Реджи, это его убивает, все отлично, но ну, ты опять опрыскиваешься целой кучей отвратительной дряни, которая находилась внутри бихолдера. Куча глазной жидкости, куча каких-то уже очень тлеющих внутренностей. Ничего не надо бросать, просто ты опять весь в дрянь. В говне. Так я думаю, мы сейчас выходим из инициативы или как? Пока мы ищем эту суку. Еще есть спектр, тут спектр! Всему, блин, Реджи... Не-не-не, я бонусное действие потратил на восстановление ячейки. Точняк, да. Так что я уже думал, что совсем-совсем все плохо, но не. Да, ход закончен. Дракорц, ты видишь, как Реджи крайне эффектно... Разобрался по всем без нас. Разобрался реально практически со всем... Две четверти этих проблем уже решены были с помощью пока Реджи. Ты спал. Так... Я могу обойти сейчас со стороны. Там слишком много. Ну да. Трудно проходимое место. Ты можешь запрыгнуть на паука это основное или бонусное действие? Я скажу, что все-таки бонусное. Ты можешь оседлать и атаковать без паука. Чека. И будет с преимуществом. Это да. Ну тогда да. Тогда я так и сделаю. При этом сказав. Кварион, извини. Хорошо. Единственное, ну ладно, я разрешу, что ты достаешь еще скимитар, но это будет только одна атака. Одна атака, без проблем. Ну, да. С преимуществом. Но с преимуществом. Да, а ну иди сюда. Угу. Хоть как-то... О, так, а стоп, сейчас. Нормально. О, попадает, точно попадает. Давай урон. Нормально. А чё, только один, я думал два, да? А, значит, я что-то перепутал. Окей, да. Урон нанесен. Как обычно, то, что... Это... Ты уже дрался с этой тварью, ты знаешь, что физические атаки немножечко сложно даются, но урон ты нанес. Какие дальше действия? Возможно, еще какие-то свободные? Никаких. Все, тогда да. Шава, ты видишь, когда... Шава тыги дыкает в эту кучку, на ходу достает скимитар. И просто будет рубить с обоих рук. Если я же могу с обоих рук бить сейчас? Ну да, да, ты ж ничего не делал. Не, ну подожди, ты единственное, ты держала арбалет. Я не знаю, поменять. Его можно уронить? Да, ты можешь его уронить. Только пометь где. Его забрать надо будет. Ну я подошел, да, блять, кисточка ебаная. Ну вот здесь, я думаю, да? Нет, я же сверху ушел, вертикально. Ну окей. Я вон там зеленую каплю оставил. Там, где я ушел, ладно. Типа бросил арбалет, достал скимитар и буду бить. Бей. А, подождите, с преимуществом. Ну, 22 точно, хорошо, что с преимуществом. И вторую давай еще. 5, хорошо. Ну, половинка, да. Ну да, да, ну, что поробишь. И второй рукой тоже. И второй рукой давай. Тоже 22 тоже попадает. Ай, было так близко. Нормас. Сойдет. Все, эта тварь жива, но ему очень не нравится, как его окружили, но он еще стоит. Так, Ор. Блять, я взлетаю. Раз, блять. Ну да, я скажу, что на взлет это ты тратишь еще 5 движений. Ну, в смысле, я просто полетел. 4, 5, 6, 7. Ну хорошо. Блять, откуда тут подлететь можно? 8, 9, 10. Отсюда не будет. Так у тебя откуда угодно будет сейчас скрытое зато. Да, у тебя будет сникатек, потому что буквально... Извините, но для честности тут помеха у него же из-за отравления. А он еще отравил.
Точнее... Он отравлен да. пока стоит или на какое-то время после этого? Или мы этого не знаем? Ну, вы этого не знаете. Вы просто окей. знаете, что он пока еще отравлен. Понятно. Летит и блюет, значит. И то вы не знаете. И то вы не знаете. Он же ничего про это не говорил. Не, ну... Ничего не говорил. Не, ну кто знает. Понимаешь, птица летит и срет. Ну, как бы... Для голубя, может, нормально. Ты-то вроде не от голубя произошел. Так. У меня атака получается, если она с преимуществом, у меня будет сник атак? Сник будет преимуществом. У тебя помеха не будет. У тебя помеха от отравления, поэтому нет. То есть у меня просто обычная без помехи получается сейчас атака. Так, да, без помехи. Ну, стоп, а почему, почему без помехи? У него нет не за счет чего преимущества брать. Окей, ну ты просто говоришь. Фланкинга нету в этой точке. А, ну да. Фланкинг был бы вот здесь, но здесь стенка. Здесь стенка. Хорошо, тогда... Подожди, я могу... А, нет. Ну, да получается, нет. стоп, я немножко, извините, я тоже уже запутался с преимуществом и сникотеком. Преимущества не будет, а сникотек же, получается, будет, потому что... Если есть помеха, сникотек невозможно. А, все, теперь да, понял. Вот этого. Я забываю. Блин, столько условий с этим сникотеком, кошмар. Короче, я с помехой, или... Да, с помехой просто. С помехой бьёшь. Да, да. Ой. Не. Ну, 8 не попадает. Увы. Ты где пытаешься попасть, тварь? Пролетаешь, да. Рапира пролетает мимо. Так. Где эта тварь? И как раз эта тварь сейчас и будет атаковать. Так, и что она... Нет, видит? Про эту тварь он имел в виду, я думаю, все-таки... Сранину, да. Ну, что пробуешь. Есть только эта тварь. А, так, и он, ну, сбегать ему будет крайне сложно. Он... Самоубийственно сложно. Я реально даже не знаю. Ну, допустим, он пролетает сюда, получает... Раз, два, три! Три реакции. Можете, да, можете попробовать на него атаковать. Он просто хочет вылезти из этого окружения. Так. Мимо. Я тоже могу кидать. Нет, нет, из твоего он не вылетит. Реджим попадает, может кидать. Ой, Хельм попал. А почему с помехой? А, Хельм 24, господи. А у Реджи просто... У Реджи 8. Да. Хельм, бросай 1d100. Может, сначала урон? Да, урон. Да. Урон у меня все-таки не очень большой будет. 5. Ты, кстати, на дубинку поприличнее. Не хочешь поменять, или ты не умеешь просто? А у меня владения многим оружием нету. Ясно. Тут, по-моему, не прописан Моргенштерн. У меня владение только обычным оружием, чувак. Ясно. Поэтому, увы. 78. Кажется, у нас уже было 79. Да. Ты его заваливаешь на землю. Все атаки дальше с преимуществом. То есть он остается на месте. По факту он никуда не улетает. Не он остается на месте. Он пытался убежать, но не убежал. И я, по идее, бил с преимуществом все еще. Он покидает мой радиус. Там, если он влево двигается, то он покидает мой радиус сразу же напротив Шава. Окей, нет, тут вопрос, кто... А, ты кидал после Хельма, тогда да. Неважно даже, просто да, ну, если он вот здесь вот, и он уходит сюда, то вот покидая эту клетку сразу... Справедливо. Не, просто вопрос в том, кто из вас первый бил. Он ты сперва махнул, или Хельм его завалил первым, понимаешь? Так Хельм его еще не завалил. Так, у Реджи и так с преимуществом же. Да, неважно. Да, типа, из-за того, попадает 15 или нет, вот на самом деле вопрос. Короче, Реджи, 15 попадает, бросай урон, и тогда я протупил, тогда Ор тоже попадает и бросает урон. А, ну да, на 23 это должен попасть. Да. А, стоп, у Ора нет преимущества, Ор с помехой. Угу. Все, да. Ор с помехой, так что все нормально, да, тут уже путаница. Нет, подожди, вторая атака, 18-9. Реакции ты один раз только бьешь. Да. Ну, да. Нет, смотри, я прибежал, атаковал, промазал, он начал убегать. И стоп. 18-9. А, это друг. Да, но ты все равно с помехой. Ты же отравлен. Почему? Да, потому что я отравлен. Так у меня обычный урон тогда. Ну, ты все равно. Ты все равно блюешь. Ты все равно блюешь, ты не попал по нему.
Тебе плохо, ты бьешь помехой. Нет, если он упал... Нет, он одновременно. Он упадет после того, как мы посчитаем все. Поэтому да, то, что да. Он упал, это пока что еще рано. Да, да. Это вот на мой ход уже будет считаться, что он упал. Да. Только я этим не воспользуюсь. Фух, господи. Сразу спойлер. Сложная реакция. Рузу, твой ход. Так. А он еще живой после 8 урона от Реджи? Да, он живой после урона от Реджи. Там же у него же сопротивляемость. Ну, я помню. Так. А Битин, кстати, не бил никого? Не, он, да. Не, он пытался слинять, он так не атаковал. Он может ударить, мы не обязательно после этого заканчиваем ход. А, он может ударить еще. Да, лежа с помехой будет, да? Если он упал на землю, это не значит, что его ход закончен. Да, он может подняться и продолжить. Ну, не, он вообще ничего. А, у него он просто типа потратил 5, еще сейчас 15, или сколько там да. У него? Окей. А, у него у него больше ходов. По факту он даже ничего не успел потратить. Он попытался уйти, получил Леха, и все. Уйти получил. Сейчас попытается еще раз. У него сейчас сопротивление или иммунитета к состоянию опрокинут? Нет, как опрокинут. Это не холдера было. Это есть у моей рюмки. Не, факт, да, у Спектра тоже есть иммунитет к этому состоянию, это я тоже. Ты так что крит ушел в пустоту. Ну, шо поробишь. Да, и тут просто, блин, у него целых 9 иммунитетов, я просто пропустил проун. Так, кстати, о ежиках. Я сейчас посмотрел формулу крита. 1d6 плюс 2 от силы. Это не был крит. Ну и еще единичка. Стоп, а где? Ну, еще даже все. Все, пардон. Да, окей, да. Все, пардон. Все нормально. Тупанул. Так, он просто. Я скажу, что он все-таки попробует атаковать Хельма, потому что Хельм его постоянно атаковал. Хельму. Бля, вы серьезно. Он попал. Хельм, сделай, пожалуйста, спас-бросок телосложения. Телосложение, спас-бросок. 21 некротика. Ну, телосложение хотя бы прокинул. Да, телосложение прокинул. И 85. Так, сколько я там теряю еще раз? 21. Я стою еще. Какая была цена теперь? Проблема еще в том, что 85, это он сейчас еще чуть-чуть кинет. Ну, посмотрим, надеюсь, Хельм выживет. Еще 3d6. Ушавы хилок было много, если что. Не, ребят, не поможет. Если. 4. Ты лег? А стоишь? Если ты внимательно почитаешь условия, то ты поймешь, почему я вздохнул с облегчением. Так, ты почти умер ваншотом? The target dies if produces its hit point maximum to zero. А, топ hit point maximum. Да, это не то. Не, это да, это другое немножко. Да, это если бы ты не прокинул телосложение. Да, стоишь. Ну, на этом все, ход заканчивается, Хельм, твой ход. Выпусти ее. Мой ход, да? Значит, я делаю следующее. Во-первых, я быстро достаю с пояса перевязочный пакет. Перебинтовываюсь. Хотя. Или. Ребят, слушайте, вы не против сейчас сделать 15-минутную паузу? Окей. Да. Да, но. Я пока быстренько перебинтуюсь. Да, как раз. Хорошо. Можешь уже, да, побросить. О! Раз. Я стою. И лечащее слово уровень 1 тоже на себе. А когда ты начинаешь кастовать лечащее слово, ты видишь, как заклинание уходит в сумку Ора. Поворачиваюсь. Ор. Уже не подлечиться. Опять, что за дрянь у тебя в рюкзаке? И крик из комнаты. Да он кинжал, видимо, себе прихватил. Или мне на магию надо кинуть, чтобы такое крикнуть. Не, ну я скажу, положил, что ты уже знаешь, как оно работает. Не, стоп, я не в курсе, ты выкладывал или нет с тех пор. Я же за тобой не следил. Ладно. Давайте все, паузу. Пауза. Да, давайте быстренько.
Антон, вопрос. Да. Или это нам выяснять опытным путем, потому что я не помню, что мы там знаем, что нет о кинжале. Знаем, что на обладателя магия не действует. Как сейчас мы поняли, если рядом с ним стоишь, тоже она впитывается. А он может радиус... кастовать? Или этого мы не знаем просто? Кинжал? Носитель кинжала может колдовать? Ну, этого вы не знаете, вы же с ним так и не синхронизировались. Okay. Его толк, его и через этот не смотрели толком. Ну, через этот монокль тоже, да. Да, Ерик, я посмотрел, короче. Нельзя напугать варвара пути берсерка с 6 уровня. Ну, а там был уровень мира, другой этот, там тотемный воин. Ладно. Давайте погнали, а то время тикает. Да-да-да, да-да-да, я помню. Да, Херн взял все, что хотел. Так. Пожурил немножко Ура, подлечился, передает ход дальше. Что это у вас за токены появились? Это перемотанный. Ага, окей, неплохо. Я просто нашел самый более-менее такой визуально подходящий. Не вопрос. Окей. Так, сейчас получается, кто ходит? Сейчас я хожу. Кто ходит после... Да, и я надеваю вот эти замечательные перчаточки, которые повышают громкость. Разрешу, да, бонус. И разрешу. Типа... Так, сейчас, секундочку, я эту камеру верну на место. Типа, складываю руки вокруг рта, ну, включаю громкость, складываю руки и говорю: «Слышь, сучка дешевая, твое барахло у меня в рюкзаке, катись сюда, сыкливая ты скотина!» После чего еще заодно хочу посмотреть, не завалялось ли чего у нее под кроватью. А, брось... ну, расследование? Смотри, не-не, расследование это понятно. Вы же еще не вышли из инициативы. Я брось понимаю, мне я все равно... Выступление... Так, а, выступление. Брось на выступление за твой бросок с криком, чтобы угу. Услышала. Просто выступление, без ништяков, она... да? Да-да-да, без... Ну, я скажу, что просто прекрасно. И брось, да, брось... Это будет твое действие, брось на расследование под кровать. Ну, расследую ее хреново сейчас. Да. Нет, да, ты видишь, хорошая, хорошая, удобная кровать, хорошее чистое белье, мягкие подушки, собственно, все. Под кроватью трусы и два носка. Не было мысли свободным действием еще нассать на кровать. Но это, наверное, бонус на это. Два только, если двадцатку выбросил бы, а так нет, только один носок. Второй потерялся. Так, хорошо, это у нас... Это у нас был Рузу, несчастный Бихолдер, покойся с миром, Акварион. Аквариона, кстати, нет, в инициативе, ну да ладно. Акварион воздухи паука поворачивается и делает кусь. Делает кусь, окей. С преимуществом. Да. Делает кусь с преимуществом, блядь. Паук будет кусать призрака, это звучит как, в принципе, по-моему, вполне лиджит. Где там? ДНД, возможно, все. О, я его даже разверну мордой. Восхитительно. Хорошо, что это не тот призрак, который может одержимость устраивать. О. Это да. Я о них думал, но уже. Походу, мне надо перезапустить чарники. Все сломалось. Попал 20 на мобилу, на всякий случай. О, понеслась. О. Отлично, попал. 23 точно попадает, давай урон. Угу. Сейчас я снова открою чарник, который технично успел закрыть для перезапуска. Все нормально. Гиде. О, я еще и не за того персонажа типа кинул. Ну. Не, ну все равно там видно, что Giant Spider, то есть ты точно его статами кидал, так что это главное, все остальное не страшно. Вон, у нас Шава и Ор тоже часто делятся. Так, 9 это хорошо. 9. Я думал, к Пойзену у него иммун. Ну да, Пойзен. Пойзен. Тяжело так отравить дух. Только если психиком. Да. Сейчас я смотрю. Да, у него тоже иммунитет к Пойзену, так что все нормально. Такс. Дальше идет, если ты не хочешь Единственное, что я сделаю вот так. Не вопрос. Окей.
Это очень тактически. Тактикульно. Да-да-да. Тактикульно, паучок. Все нормально. Шава, если что, да, он рядом с твоим арбалетом, но я скажу, что еще не наступил. Ну, у него лапки маленькие, он просто над ним висит. Да. Так. Хельм. А, стоп, у меня осталось свободное действие. Я могу свободным действием этот арбалет подтолкнуть в сторону Шавы? Да, я разрешу, это не такое что-то сложное. Одна лапка. Надо, чтобы он не мешался под ногами. Не сильно, пожалуйста. Пачку еще себе так на колесо, ну, в зале. Шава, арбалет у тебя под ногами. Окей. Хельм? Хельм уже перевязался. Хельм уже. Да, Хельм уже был. Хельм уже был. А разве да, Хельм не Рейджи? После паука? Не-не-не. Так а они же подряд идут там. А, ну все, тогда Реджи. Думаю, закончи это все уже. Смайты кончились. So close. А, нет, остался еще один, если что. Да. Нет, Hunter's Mark продолжается. Да, ага, перемещаем это... наш Hunter Mark бонусным действием и наносим удар не бонусным действием. Да, с преимуществом. Да, попадает. Давай урон. Того 16. Товарищ. Ну да, хэт-трик, как вы это делаете. В итоге все три твари легли от меча. Поворачиваю меч плашмя и рассеиваю просто. Знаешь так? Чтобы ветерком сдуло, он же призрак. Да, да, примерно так и происходит. Просто когда сила ветра его сдувает к херам. Шава, единственное, может у тебя там в волосах чуть-чуть остается эктоплазма, все нормально. Ну просила же не на лицо! Рузурман отвечает, Шава, тебе этот макияж очень идет. Ты не видишь этот за стеной. Я могу подойти потом и посмотреть и сказать, что макияж из экстоплазмы тебе очень идет. Поздравляю, господа, вы выходите из инициативы. Я так, типа, рукой указываю на проход, Реджи, говорю, только после вас. Да я уже бегу. Заявка. Да, заявка. Как только этот чувачок падает, Орль лезет в подсумок, достает оттуда кинжал, кидает его Шаве, ну просто в руки. Говорит, твоя очередь ее бесить, а я пойду ее найду. И просто вылетает из комнаты в коридор. Окей, вылетай в коридор. А, нет, подожди. Кто? Перед этим он еще, может меня кто-нибудь подлечить? Я что-то подхватил, меня может кто-то вылечить? Как только у меня действие будет, пожалуйста. Так закончилась инициатива. Вы уже из инициативы вышли. Тогда я подхожу к Кору, поднимаю руку вверх, говорю, встань на колени, сын мой. Иначе чуда не будет. Кладу ему руку на лоб. Во имя... Да похер, короче. И трачу 5 очков Leon Hands для того, чтобы его вылечить. Супер. Так и запишем, пиздел на князя тьмы. Так, он вылетает в коридор. Хельм, ты про заявку говорил, про то, что говоришь молитву за упокой, или это... Да. Ну, я хотел в качестве реакции, типа, сделать по возможности. Не вопрос. Шава поднимает даггер и арбалет, и отходит в сторонку, чтобы можно было хилить это все. Ну. Хорошо. Хельм, кстати, когда Шава это все подбирает, после того, когда читает молитву, ее хочет предупредить насчет того, что пользоваться заклинаниями... Угу. Возможно, не получится, пока он у тебя. Подожди, а Хельм у нас раненый, да, вроде? А? Хельм да. У нас вроде как раненый. Я хочу попытаться использовать на нем лечащее слово. Блин, ну что вот... Я кричу, Шава, стой ты, блин! Я подхожу, говорю, так, дай мне сюда кинжал, на секунду. Стоп, нахер! Дай! Я вызываю магическую руку. Я вызываю магическую. Ты не можешь до короткого отдыха. Один раз можно вызвать до короткого отдыха. Кого? Сколько раз можно магическую руку вызывать? Сколько угодно. Это заговор. Это заговор. Слушай, вот я просто помню, что я в Балдурке на это напоролся, поэтому я переспрашиваю. Это кантри. Это Балдурка. Так, сейчас. Я создаю магическую руку перед собой.
Смотри, я скажу так. А на каком расстоянии от себя ты хочешь ее создать? На расстоянии 10 футов. Окей, ладно. 10 Странно, футов. Почему? Я что скажу, что... Я скажу, что да, у тебя получается это сделать, но ты чувствуешь, как рука явно гораздо более шатко контролируется, тебе гораздо слабее связь, чем обычно. Окей, я развеиваю и бегу следом за вором искать эту суку. Хорошо. А, то есть никто не будет лечить Хельма. Какие вы все неугомонные. Хельм бряцает доспехами и двигается следом. А где, куда драк делся? Мне вот интересно. Драк, у меня, кстати, вопрос, остается ли драк на пауке все это время? Ну, я оставался, где же мне еще быть? Нет, вот. Там планишь, что дальше на нем же пойдешь, да? Он идет следом и останавливается возле ворот, как раз таки, возле дверей. Можно нас в тузету, где там двери были? Кстати, да, Шава, да, не забыл арбалет забрать? Я подбираю нож и арбалет, потому что он не кидал. Окей, хорошо. Все, я скажу, что вы возвращаетесь сюда. Шава опять где-то уже улетел в коридор, и вот здесь хочет прислушаться на предмет, с какой стороны есть шумы. С какой стороны есть шумы, это хороший слева вопрос. Или справа? Кинь мне на восприятие. Век, ор. Ладно. Восприятие. Вопрос, пока он не сделал бросок, могу ли я присоединиться одним из своих персонажей? Например, Хелен, который идет впереди. Да, я разрешу. Можешь, смотри. Можешь уверовать. Обычно. Да, кстати, с гайденсом буду делать это, если что. Ор как раз кинжал выложил. Смотри, Ор как раскинул два этих. Можешь либо помочь Ору, либо бросить сам. Помогу. Я, конечно, хотел бы сделать сам, но ладно, я помогу. Не, все-таки, если без меты, то я бы хотел бросить именно сам. Хорошо, бросай. Ну, Ор все-таки кинул первым, наверное, будет честнее тоже тебе кидать тогда. Да. Я скажу, на 13 ты пока не слышишь никаких подозрительных звуков именно в этом коридоре. Если ДМ позволит, я буду бросать с гайденсом. Да, бросай. Не вопрос. 17. На 17 Да. D4. Точно, еще что-то. 19. Я скажу, что на 19... Так, я скажу так, ты точно знаешь, вот ты сейчас лицом получается к стене, то есть ты как спиной к двери, из которой ты вышел, направо, на юг, ты не слышишь шум, ты не слышишь никаких звуков, ты понимаешь, что как слева тоже нету, но как... По этому коридору. Да, по этому коридору слева ничего нету, но... За стеной, которая перед тобой, то есть с другой стороны, ты помнишь, что там тоже находится часть комнаты, где еще была кладовка и все остальное, что там были какие-то шорохи, то есть ты понимаешь, что вам не направо, а налево, но не прямо налево, а вот где-то в той зоне, я так скажу. Ты слышишь какие-то странные... Грубо говоря, не сюда, а вот сюда. Ну вот да, плюс-минус, да. Там были какие-то двери. Вопрос на засыпку. Мое определение магии еще работает? О, блин, ну вот слушай. Оно было в конце прошлой сессии, перед боем. 10 минут действует. А там нету и не. Я помню, что там нету концентрации, но я не знаю, мне все-таки кажется, что это как-то странно, что типа ты можешь потом еще 10 минут кастовать все остальное делать. Ну как, там я не использовал ничего концентрирующего. Не-не, там дело ж не в том, что бросал концентрирующее. Ну, Я не могу кастовать. Если я кастую что-то концентрирующее, то я сбрасываю концентрацию с прошлого. А так я могу кастовать сколько хочешь. У определения магии разве есть концентрация? Ее ж вроде не было. А, есть. Она концентрируется, и там, кстати, по факту, ты не во время ритуала. Вроде как чувствуешь, а уже после его завершения. Слушай, ритуал там типа 10 минут, и я использовал его результаты. Я же обратил внимание на стол. То есть оно как минимум прокнуло. И получается, что будет честно, если
типа, если в пределах там 30 футов я что-то чувствую, то это окей. Но там радиус там маленький. Сейчас, секунду. For the duration you sense the presence of magic within 30 feet of you. Эй, я только что нажал. Секунду, я кидаю быстро. Скриншот заклинания, если что, он уже в переводе. You can use your action to see a faint aura around an invisible creature. The spell can penetrate most barriers, but it is blocked by one foot of stone, one inch of common metal, a thin sheet of lead. Не, я скажу, что... Не, я скажу, что оно работает, но я скажу, что... В тридцатке я ничего не чувствую, да? Не. Вот это вот весь радиус тут. Ты маловато. Чувствуешь, да. Я скажу, что ты можешь еще чувствовать магические остатки того, что было в комнате стремнины за ее рабочим столом, а в другую сторону ты ничего не чувствуешь точно. Окей, тогда я еще накладываю на себя дополнительный X3 громкости через тавматургию. Окей. И продолжаю орать, оскорбляя эту сранину, там, что-нибудь в духе. Слышь ты, сучка сыкливая, да куда ты подрапала-то? Чё? Как только тебе по брагам начали стучать, так уже обделалась. Ты некромантка, ты позор нашего вообще касты, сволочь ты недобитая. Я из твоей башки, сука, скипетр сделаю. Катись сюда, недоношенная ты коза. Серьезно, все, смотри, я тогда попрошу тебя бросить еще на... Я даже скажу, что это уже, ну, к сожалению, броска на оскорбление нету, хотя, мне кажется, надо бы добавить. Я скажу, что это убеждение, причем с преимуществом. Окей. Убеждение. Хорошо, пожалуйста. Ты чувствуешь, как... Сначала, во-первых, начинает идти такой, как легкий сквознячок, который превращается в такой более ощутимый, такой, как ветер. И ты слышишь, как из коридоров, ну, вдалеке от вас, ты слышишь ее крики тоже в такой же степени, что типа «Ты неумеха, неуч! Как ты смеешь? Как ты смеешь трогать моих питомцев? Как ты смеешь меня в чем-то обвинять? Я тебя достану!» Но она не приходит. Так, я думаю, нужно еще сместиться, потому что я еще хочу на нее поорать. Кстати. Сейчас, секунду, извините, вы просто все вместе говорили. Какая заявка? Начнем с Хельма, заявка. Как раз вот я хотел понять, вот, наверное, на этом моменте я услышал, потому что Рузурман явно очень громко орал, и я не слышал ничего, кроме него. И вот, видимо, мои 19 восприятия сработали как раз вот на этот момент, когда она ответила. Ну, можно сказать и так, стороны. Да. Да. И как раз плюс-минус по распространению звука. Хотя нет, по идее, по распространению слышно, что она где-то вот отсюда идет, и все. Ну, не, да, я вот не знаю, как это правильнее как передать, но я скажу, что все-таки ты понимаешь, что по той или иной причине звук лучше слышно именно с этой стороны, а не с южной части коридора. Ну, то есть, плюс, на звук. Хорошо. Хельм, Кварион тоже идут впереди, при этом Кварион окликивает, может пропустите вперед? Сейчас, одну секундочку. Ты не забывай, что тут есть интересный план. Не сомневаюсь. Подходим к этому и прислушиваем. Ор подходит и прислушивается. В какую сторону? Хорошо. Ну, вопль-то тогда... уже был, я просто могу еще покричать. Я-то с удовольствием. Тут развилка просто. Восприятие? Да, брось еще, пожалуйста, на восприятие. Сколько там получилось? 11. Ну, я скажу, что тут уже на самом деле достаточно хорошо слышно, не нужно сильно высоко. На 11 ты понимаешь, что звук идет, да, с восточной стороны. Я уже даже вижу, просто я заглядываю за угол банально. Да, хорошо, да, я разрешу, то есть вы заглядываете. Вы видите, что это очень странная комната, потому что посередине какой-то стрёмный красный фонтан, вокруг разбросано огромное количество костей, какой-то куски человеческой плоти. И скажу, что вы видите, как стремнина, во-первых, она окружена еще тремя спектрами,
А во-вторых, она буквально окунула голову в этот фонтан и довольно жадно из него пьет. Твою мать, сейчас еще и отхилится, значит, сука. А я могу теперь проорать на нее? Ну, я продолжаю, я еще продолжаю орать, как бы, параллельно. Стоп! Ну, во-первых, я сейчас продолжаю орать, только у меня сейчас две заявки. Во-первых, я ору, и что... Подожди, да, твоя... Сейчас, у меня есть план, спокойно. Я ору ей... Ну да, неумеха, да у меня студентки, которые у меня за зачет отсасывали, и те лучше колдовали, чем ты, коза недоношенная. После чего снимаю перчатки и отдаю их Шаве. Я надеюсь, после этого у нее увеличится дальность работы ее матюков или там что-нибудь. Так мне хватает. Не, я понимаю, просто понимаешь, это X3 громкости. Я скажу, что я разрешу, но единственное, я все-таки, мне кажется, утроить это слишком, но я разрешу удвоить радиус действия Vicious Mockery. Окей. Окей, Шава берет перчатки, смотрит на то, как она хлебает, и такая говорит: лучше ты морду туда окуни и подыши так недельку, может, красивее станет. Так, да. Еще раз, извините. Все, вижу. Да, что-то слабенько в этот раз. Да, в этот раз реально слабенько. Так, я на всякий случай делаю пару шагов назад. Пока мы не в инициативе. Нет, я стараюсь держаться подальше от радиуса контрспала. Хорошо, так, что ты ей говоришь, Шава, извини еще раз. Да ты уже морду всю туда окуни, хоть может... И недельку посиди, может, красивее хоть станешь. А, ты чувствуешь, когда ты это говоришь, как она чуть-чуть поперхивается от того, что ты ее атаковала. Вылазит. От прошлого ее внешнего вида уже мало что осталось такого, как собранного. То есть все лицо ее в крови, волосы уже тоже частично намокли. Глаза бешеные, она смотрит... Шерсть дыбом. Шерсть дыбом, да. Она очень злобно смотрит, в частности, на, я скажу, на Хельма, на Реджи и на Шаву. И так, секунду. Не было заявочка. Да. Можно Хельм немножко задним числом, пока мы идем под хилец? Или уже все? Да я собирался тебя хилануть, просто так и не услышал, сколько тебе надо, чего. Если сколько надо, это на эту на медицину уж надо. Я разрешу. Так, ну... Я скажу, что пока вы идете, а то вы так я шустро все пошли в него, по коридору. Я все в него просто вкидываю 15, пусть живет. Ой, спасибо. Ты видишь, что Хелем перестает хромать. Он выглядит почти целым, почти все раны затянулись, осталась пара мелких порезов. Супер. А Хелем, если еще все это время закрывается щитом или как? Он мне со щитом, интересно. Понятное дело. Он со щитом не расстается. Окей. Там просто был нюанс, когда ты атаковал по возможности. Была ли у тебя булава в руке, но это уже ладно. Не, получается, в другой же руке была. Не, ну у него, скажем так, он или кастует, у него рука же занята, одна рука с щитом, другая с булавой. То есть... может щитом кастовать. Какая высота этот самый, если там самотечный компонент? Для этого нужен варкастер, да, но дело в том, что заклинание, по-моему, он больше не использовал. Ну ладно, окей, хорошо. Не, это просто как бы для такого понимания мне. Ну да, спасибо, что напомнил. Варкастера у него нет. Мы же за честную игру. Да низко, я так понимаю. Господи. Что ж такое? Не могу найти. Я скажу, что да, она это все, она видит, она слышит, что говорит Шава. Так, какое тут расстояние? Повезло тебе, Шава. Хельм, она не дотягивается до Шавы, но она видит тебя, и она помнит, сколько проблем ей приносили твои действия, поэтому она будет пытаться атаковать тебя. Она попытается тебя ослепить. Oh my.
А ослепление втягивается кинжалом в соседней клетки? Вообще должно. Я специально в шаву встал сразу за щитовиками, чтобы втягивать, работать как антимаг. Справедливо. Справедливо. Да, опять это происходит, и она опять очень сильно бесится от этого. И она тратит еще одну ячейку. Глухота, слепота, да. Замечательное заклинание. Да-да-да. Очень замечательное, я знаю. Может, мы все-таки в инициативу войдем обратно? И теперь, да, теперь бросайте на инициативу. А то как-то все уже поменялись любезностями, ничего еще не началось. И причем конкретно. Когда вы успеете, вы столько всего успеваете сделать, что это... На инициативу нет времени. Так. А она поняла, куда улетел этот? Кого? Она думает на Ора? Или что у этого? Или что он перетел? Сейчас, погоди. Это на магию надо кинуть. Это надо на магию кинуть. ОЧКТ. Да, окей. Сейчас все сделаем. Да ёк, макарёк. Везет как утопленнику мне на инициативу. Шава. Ой, да ладно, блин. Вон, у Реджа в очередной раз там последняя инициатива. Ну, он пришел заканчивать эту игру, а не начинать этот раз. Ну, нет, там как раз самая низкая инициатива у тех, кто стоит впереди. Ну, мы подождем, что? Мы будем стрелять через... Подождем твою маму, да? Ой, так, секунду. Теперь бросаем. Так, это... И это. Как интересно. Сейчас все нормально, сейчас к вам придут. Итак, я бывал. Ай, господи, так. Что у нас там дальше? Кварион 10 есть. Рузу 10. У Квариона сейчас инициатива, ловкость плюс 3, если что. Поэтому первым ходит Розурман. Да. Ну я сейчас отфильтрую, если что. 6, 8. Вроде все. Ор, 14. Вот. И Дракхорц 11. Все. Сейчас проверим. Оп. Есть. Только паук должен идти после Розу. Вот, все. Теперь все правильно. Так. Такс. А у Шавы сколько? Так Шава ходит перед Реджи, по идее. У него ловкость выше. Реджи ходит последний, да. Да, все. Ну, значит, оно все равно как-то... Ладно, не важно. Ну, оно не... Если у тебя не прописано вот эти вот... Там 6 точка значения ловкости, то оно не сработает. Я понял. Ну, главное, что разобрались. Ладно, это так. Потом можно донастроить. Может, как-нибудь созвонимся, я покажу, как у меня сделано. Хорошо. Так. Тогда первая идет опять она. Она видит, что опять заклинание не сработало. Блин, с заклинаниями, конечно, совсем головняк. Так, это она уже две ячейки второго уровня сожгла. Из трех. Опа, причем мой кинжал, блядь, буду помнить. Хороший кинжал. Просто имба. Секунду. На минуту. Нет. Она пока просто... Она смотрит на вас, показывает на вас рукой, говорит что-то на языке, который никто из вас не понимает, и, судя по всему, дает конкретные команды своим спектрам, но пока ничего больше не делает. Так. Вот скорее она стоит и матерится, блядь, опять ебаная антимагия. Только сейчас спектры ходят. Она поняла, куда полетела? У кого кинжал? Ну, броска я не видел. Так что сейчас узнаю. Не, он еще не бросал, все честно. Понимает. Да, она понимает. Ох, еба. Ну, они опять же не могут же атаковать сквозь стенку. Им же надо на пространство выйти. Ну, пространства формально... рядом с Шавой нету. Только одна клетка. Не, они пока не... Если ты имеешь в виду именно атаковать Шаву, то посмотрим. И она просто еще чуть-чуть отойдет. Не, она отойдет вот так за колонну. Так. И теперь Нормально.
Я все равно ее немножко вижу. Ну, немножко, да, но если я не ошибаюсь, то это все равно будет как чуть-чуть. Оно, ну как, даже если у нее там укрытие на половину или на три четверти, это не спас. Это бонусы к спас-броскам ловкости, но не мудрости. Mm. Ну хорошо. Так. Это плюс 5, укрытие 3 четверти. Я скажу, что да, атакуют спектры. Так, у них 50. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не, подожди, как я насчитал. Не, все правильно, да, все правильно. Они проходят. Вы видите, как один из спектров начинает буквально проходить сквозь стену и вылетает с другой стороны, с середины коридора. Он при этом мимо кого-то из нас не проходит? Нет, а даже если бы проходил, он бы все равно смог пройти и так. Окей. Одно, имеется в виду, а вот эти наши два передних не могут его атаковать, пока он через них проходит? Нет. Мимо. Я же говорю, он проходит через стену, он не проходит сквозь противника. Да. У него есть это... Он обошел, видимо, просто, и все. Incorporeal movement называется. Не заходил в эту, в зону атаки. Да, да, он не заходил в зону атаки, и он будет атаковать Шаву. Без вот преимущества, вот. Без помехи. 16 попадает. Попадает. Тогда, пожалуйста, делай спас-бросок. Телосложение. Больно. Больно. Очень. Я еще и сидеть не могу. Первый, кстати, я засчитаю, прошел. Так, но да, отнимается 14 очков урона. Так, что идет дальше? Этот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И он будет атаковать Дракхорца. Он прям в области паука появляется? Ну, он возле паука. Ну, паук 4 клетки занимает, он стоит в пауке сейчас. Да, в пауке. Точно, все, я не так смотрел клетки. Тогда вот так. И да, тогда он будет атаковать паука. Кстати, без преимущества. Что-что? Это без преимущества. Не проходит через центр линии. Вот если бы он на клетку левее, было преимущество. Нет, на клетку левее не дотянется. Ну вот. Нет, я специально просто этот момент проверял по ДМской и прочим книгам. Нужно, чтобы, грубо говоря, линия проходила через центр токена. Попадание. Попадание, ты понимаешь. Да-да-да, попадание, попадание. Пожалуйста, спас бросок телосложения. Ну, кстати, это форме-то пофиг, кстати. Я теряю все хиты формы этим попаданием. То есть я возвращаю свою форму. Хорошо. Тогда да. То есть вы видите, как спектр атакует Квариона, и паук потихоньку, форма паука начинает рассеиваться. Драк с него падает? Да, Драк с него падает. Да. Драк, я не буду просить тебя делать какой-то спас-бросок, это происходит не настолько резко, просто ты... Да высоты там нету, кстати, для спас-броска. Да, я же говорю, не так резко, не так высоко, поэтому никакого спас-броска не надо, но Кварион уменьшается. И вы видите снова, что он в форме Филборга, да? Можешь, пожалуйста, добавить Квариону поле зрения? Да, конечно. Она была на пауке, я просто удалил токен паука. Все, и забыл, что была вот эта проблема. А у него есть ночное зрение? Ночного у него нет. Все, тогда его не буду добавлять. Сейф. О, мерси боку. Ну, я думаю, он как-то так уменьшит. Плюс-минус. Да. Ну, так все правильно по размеру с кубиком, с этим, с квадратиком. Все нормально. Окей. Так, это был второй спектр, а третий будет идти в лоб и будет атаковать ППП. Реджи. Так, с Реджи. Пум-пум. Нет, точно не попадает. А это что было? А, это мой бросок был. Странно. Такс. И на этом пока все.
А дальше идет Ор. Жалко, нет преимущества. Тут просто рапира ближайшего. Вариантов не так много. Кстати, ты сникатак можешь делать. У тебя, да, кстати, тут вокруг много. Работает. А, ну, правда, все равно промазал. Да, к сожалению, ты не попадаешь. А сникатак работает разве когда... Там должно быть преимущество. Да, ты прочитай. Угу. Есть враги. Угу. Все, окей. Всё. Промазал. Да, пока промазал. Дальше идем. Дракхорд. Просто стоит, молчит. Да. Дракхорд. Шипит скорее. Видя все это, ну, Дракхорду остается только вот этого вот уклепать. С меча. С мечей. Ты не хочешь кому-то сделать преимущество, как-то стать? А, ты не можешь отойти, да. Стоп, он может, почему нет? И преимущество ты не можешь сделать. Может, может. 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 Не хочешь с преимуществом атаковать? Может, но давайте как-то без метагейма, что ли. Ну, технически, да. Будет даже лучше так, с шавой. Но так будет быстрее. Значит, ну, давай тогда атакуй с преимуществом. Значит, ему... Значит, я его... Разбираю. Mm-hmm. Пытаюсь разобрать. Хорошо. Есть. 12. Да, нет, нет, 12 не попадает. А, нет, извини, 12 попадает. 12 попадает, я не туда посмотрел. Так я думал, у тебя две атаки, у тебя же два скиметара. Ну, так, а я? Так, это пока первая атака, а теперь вторая атака. Ну, жаль, они далековато друг от друга, так бы... Ого! Давай урон. И кидай соточку. Давай урон и до 100. Угу. Сейчас и дес. И. По-моему, это что-то хорошее. Очень хорошее должно быть уже. Сейчас смотрим, смотрим. 94. Это то же самое, что уже да. А, нет, блин. Короче, это да, это действительно хорошо. Потому что ты, во-первых, бросаешь дополнительно еще урон за скиметар. Еще раз? Да. Такой, за обычный, а не закрыт или закрыт? За обычный. Ну вот, оно вроде правильно посчитало, или нет? Не-не, это оно два. Ну, восьмерку оставить, угу. Да? Восьмерку, да, просто нажал. Восьмерка. Сейчас, я хочу кое-что проверить. Так, ты, получается, во-первых, ты наносишь весь этот урон, пускай не полностью он проходит до противника, но также у противника одно очко истощения. Только одно очко истощения — это проверки характеристик с помехой, поэтому оно вряд ли спасет. Не, ну, знаешь ли, Хельм будет вон бросать это. Ой, Хельм будет бросать Sacred Flame и все. Это спас, а не про характеристики. А, это спас броски, да, я перепутал. Поэтому оно практически бесполезно. Ну, тогда извините, уже як я. Угу. Так, окей, мой ход? Да. Да. Ну, в целом я вижу кусок токена этой суки за колонной. И поскольку... Скажем так, как раз радиус тот, что нужно. Мне, пожалуйста, мое любимое, спас бросочек мудрости. Да. Это на какого, который между шавой и... Нет, и... это. Нет, это на сранину. Это на сранину. Хорошо. Она битая, перебитая. Не, она подлечилась явно, но. Она битая. Ох ты, штучка. Ну, она очень умная, сука. Да. А она не пыталась, кстати, диспелить? Что? Она диспелить не пыталась?
Блин, я скажу, что... Слушай, ну, кинь ты 4, чё-то нечёт тогда уж, давай, если не уверен. Давай уже, раз уж так честно. Ну, потому что я реально забываю. Вот про это. Ну, говорю. Это сложное нет, правило. Нет, она. Угу. Я скажу, окей. Что да, что она не кидала в этот раз counterspell. Она просто забилась в угол и плачет там сидит. Ну, типа того. Поэтому не воспринимает ничего, окей, ладно. Так, дальше идем. После Розу. Розу, еще что-то делаешь? Да мне особо... Как? Не, на мне еще... Мне еще действует это, травматургия, поэтому я могу поорать. И куда ты там заныкалась, трусливая ты скотина? Вы делаешь вид, будто ты вся крутая заклинательница, а сама ссышься тут, ныкаешься за спинами призраков. Ни хрена, что ты не можешь сама по себе. Ты бесполезный кусок дерьма. Жестко. Надо тебе злую усмешку дать, мне кажется. Я только хотел про это сказать. Орион, тогда уже твой ход. Дайте подумать, Да, капец. Я не помню, я, по-моему, не делал заявку, что он со щитом, поэтому он сейчас без щита, получается, да? Ну да, да, он только вернулся из формы, но бонусным действием можешь себе его надеть. Да нет, бонусное действие мне нужно для другого. А знаешь, чисто прикола ради, я посох можно хотя бы будет у меня в руке, который является моей фокусировкой? Хорошо, да, да, это разрешу. Я проговариваю фразу на никому неизвестном языке, бью этим посохом об землю и перехватываю его двумя руками. Mm. А с точки зрения игромеха, это вот это. Я люблю это заклинание, но меня бесит, что его хер произнесешь. Пылаева, оно за дубинком, да. Оно классное. Договорились, ты действительно бьешь своим посохом об землю, ты чувствуешь, как в него он наполняется энергией, что он стал гораздо крепче, гораздо более прочнее. И, собственно, этим же посохом я буду бить ближайшего спектра. Прекрасно. Если что, да, урон уже считается магическим. Да-да-да, я помню. Я помню. Поехали. Надо меняем. Было весело это все прописывать. Полагаю, попадаю. Да, попадаешь. Давай, урон. Я скажу так, если бы Кварион бил почему-то твердому, то был бы очень весомый звук. Но даже несмотря на то, что он бьет буквально призрака, вы ощущаете всю массивность звон. Удара. Да, мы такой слышим звон. Малиновый звон. Слышим звон и даже знаем, где он. Да. Так, это получается бонусное действие. Действие, что-то еще. Бонусное действие, действие. Че? Прекрасно. Я смещусь вот так. А только так? Не ходит по-другому? Только так. Окей. Я не думаю, что кто-то настолько будет наглый и наивный. Ну ладно, пусть будет вот так. Чтобы никуда не убежал? Да, потому что вряд ли кому-то захочется ловить провоцированную. А то, что задумал Ор, ну ладно, может, он и мог бы додуматься. Хватает. Так, у Ора интеллект мусорный стат, так что чему удивляться? У Ора интеллекта, я думаю, хватит. У него он плюсовой, все нормально. Да, и в этот раз опять так вышло, что после Квариона сразу хем. Так. Булава все еще на пояс. Угу. Так, вперед. Угу. Поворот направо. Пусть господин Спектр, если заклинание сработает, сделает спасбросочек ловкости. Я отдалился еще на 5 футов от источника антимагии. Я догадался, что ты не просто так отошел. Ловкость. Ох.
14. Аккуратненько. 14. Да-да-да. Поэтому да. ничего не получает. Мицит, бицит, да. И дальше. Кстати, стримира никак не реагирует на мое заклинание? Нет, она же уже видела, как ты его кастуешь, то есть ее оно не радует, но оно не приносит ей какой-то физической боли или еще чего-то. Ну, просто она знает, mm-hmm. что ты клерик, что это божественное заклинание, но... Ну и все. Mm-hmm. Хорошо. Ай, блин, это работает действием. Такой цирк мог только что устроить, но я кое-что забыл. Ну и ладно. Как обычно. Да. Это экшен, это экшен. И, пожалуй, сделаю шаг назад и свободным действием повернусь к Шаве со словами: настоятельно рекомендую этот кинжал куда-то переместить. А, не, стоп. Можно чуть переиграть? Я не сразу делаю отступление. Я придумал, как я использую бонусное действие. Окей. Я его все-таки использую сейчас. О, господи, что это? А что вы там на него накинули? Я использую заклинание. Есть ли реакция? Так. Я скажу, что сейчас нет. Лечие слово. Что-то использую, да. Хорошо. На Шаву. Отсюда оно сработает. Если что, у нее всего одна ячейка третьего уровня осталась. Блядь, я склеротик, оно же не работает так. Нет, к сожалению, не сработает. Ты тоже, ты сжёг заклинание. Да, я сжёг заклинание, я совсем забыл. Ладно, мой косяк. Не страшно, ну, бывает. Anyways. Лады. Возвращаясь назад, все, поворачиваю к Шаве. Блин, я тебя подлечить хотел. Ты бы кинжал этот куда-то перебросила, что ли. Хотя... За его защиту. А что там за желтая блевотина вокруг? Все. Так. Что хорошо. Термин за блевотина? Шава, как мне, раз... Мне про... Вот это вот интересно, что это за говно? Я не знаю, откуда она вообще появилась. Я не знаю, кто это нарисовал. Сделал. Подозреваю тот, кто молчит как раз таки. Но размьютился. Окей, ход Шавы. Да. В первую очередь основным экшеном. Подожди, не там экшен или нет? Ну, действие и да. Так. Я просто хочу кое-что глянуть. Если я что-то буду кастовать, то атаковать больше я не смогу. Да. Окей, раз я все равно стою до сих пор в этих перчатках. Я все так же ору стремнение. Да тебя даже в бордель для некромантов не возьму с такой рожей. Хорошо. Так, у нее спас бросок мудрости. Сука тупая. Чё, не мудрая как раз. И наоборот, да. Она говорит, буду я еще шляться по борделям. Тебе, только тебе там место. Нашла чем... Бросает кинжал. Через голову стоящих, вот примерно к фонтану. Вот сюда. Ты бросаешь кинжал. Я его просто бросаю, ну как не целясь, а просто перекину через ребят. Хорошо. Ой, блин, кажется, это была ошибка. Ну ладно. Отметь-то, нарисуй, где кинжал. Да, да, я вот сейчас как раз вот уже достал. Я пометил. А, окей, спасибо. Ой, блядь, как идти от меня? Верни снова на стрелочку. Кисти на стрелочку выбери Ой, лишние хочешь? Нажми делит все убрал все нарисовали блять естественно что там лежит антимагический кинжал подождите а если она будет стрелять и оно будет над этим пролетать а что с этим случится ну узнаешь она втянет ты не знаешь ты не знаешь сейчас узнаем да. Так, ты, получается, крикнула, попыталась, потом бросила кинжал, что-то еще, ну, ты можешь движение еще использовать, разве что, и все. Я просто повернусь к призраку и буду посмотрю на него, съебись нахуй! Понятно. Реджи, твой ход.
Я думаю, на сегодня это будет последний. Окей, я тогда прижму Хельма к стене, пытаясь пройти через его пространство. 10, 15. Да. А по диагонали он не мог проскользнуть? 20. Ну, все равно двойное. Пофиг. 25, 30. Красота. Наконец. Минус. А, Hunter's Mark перемещаем, да, сейчас сразу закидываем. Единичка в этот раз грустно, ну ладно. Что там? Минус 5 плюс 10. О, ну давай. Поехали. С преимуществом. Йо-ло-ло. Как повезет. Не повезло. Не повезло. Сучка. Ну и ладно. Ты машешь в этот раз просто, да, тесно, неудобно, ты не можешь нормально развернуться, чтобы хорошо махнуть мечом, и поэтому промахиваешься. Все, тогда остаюсь там. И я думаю, на этом мы на сегодня закончим, потому что это явно еще одним раундом не закончится. Ребятам, и мне тоже уже тоже хочется спать, и Шаве хочется спать, и я думаю, всем остальным тоже. Да.